Ребят, все вроде хорошо. On fire подписался, спасибо, работает. Все работает. Так, извините, что пропустила сообщение в чате. Так. Так, так, так. Так, все повыходило. Теперь никто не может присоединиться к TeamViewer. В общем, ну, так бывает, когда ничего не шаришь в электронике и в этом всем. Спасибо за подписку. Сюда иди. Сюда иди. Мистер Кью подписался. Спасибо. Буду пипл. Спасибо за подписку. Так. Сейчас попробую включить Hold the Manager. Надеюсь, не будет лагать. Так, и надо открыть еще Big22. А, мы уже собираемся его выигрывать. Так. Так, так, так. Так, так, где он здесь? Big22. Так. Лео Мановар, спасибо за подписку. Там стрим идет на Gypsy Team, я надеюсь. Так, 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 так. Так, во-первых, музыка не играет. Вот. Думаю, что не так. Ну, в общем, первый стрим. Куча косяков. Куча других мелких шероховатостей. Так, сейчас все, что можно закрыть, я закрою. Summary. Спасибо, что подписался. Видите, тут пофиксили. Теперь видно количество зрителей. YouTube 0. Ребят, ну чё вы так? Сразу так. Чат, чат. Пошел. Кого-то посылают. Снеговини, спасибо, что подписался. Так, Туз-король. Что делать с Туз-король? Так, как я понимаю, холд-менеджер что-то не очень хочет работать. Чек. И даже без холд-менеджера лаги. Вроде нормально. Вроде включается.
Так, что-то в дипстеке мы никак не можем раскрутиться. From root to tip. Спасибо за подписку. Горобчик один. Спасибо, что подписался. Вот, 17 зрителей на YouTube. Спасибо, что вы вернулись. Там ставьте колокольчик. Будете видеть, когда я буду стримить в следующий раз. Козлика плохо видно. Ты на козлика пришел посмотреть, извини. Вот. Вот он. А, мангуст — это фейковый мановар на Твиче. Да, точно, я вспомнила. В профиле у Лео так и написано. Да. На всякий случай, если меняться захочешь. Пока ты стримишь, я шатаюсь по заведениям как король. Ты молодец. И фотография. Я просто обязана вам показать этого короля. Это мой друг Шрикпокер 91. Он будет первым приглашенным гостем. А Павел Фиолетовый, спасибо, что подписался. Так. Хороший фло. Если у тебя двойка или два туза. Андрей Попов, спасибо за подписку. Залагала после хэм. Да, лагает. Ну все, отключаю тогда. Да, лагает. О! Теперь я не знаю, там туз? Почему это не туз на ривере? Джайгер 9451, спасибо, что подписался. Опять у нас... Подождите, мы же только что были на УТГ, и только что мы открывали марьяж. Да-да, что-то лагает, да? Без схем ништяк было. Ну все, отключаю тогда. Но придется следить за столами. Как бы все. Ну, я видела, многие стримеры без хэм играют. Привет, какой матч обязательно бы посетила в УПЛ и РПЛ? УПЛ — это английская футбольная лига, да? А то из меня так себе футбольный эксперт. Так, что ты ставишь меня? Ладно, пас. Не буду ничего придумывать. Ну, когда-то я болела за Манчестер Юнайтед. Амаха, спасибо за подписку. Ребята, извините, если там пропускаю кого-то. Сорян. Болела за Манчестер Юнайтед. Вот, ну, тогда еще RJ2128. Много цифр, мне сказали так говорить. Спасибо, что подписался. В общем, когда еще сэр Алекс Фергюсон тренировал? Тэмбл 49-99. Спасибо, что подписался. Когда там Криш играл, в общем, тогда я как бы смотрела, в общем, все игры. Ну, кстати, в Англии я бы рада сходить на любой стадион, как бы, потому что футбол — это же они придумали. Fender is now following. Спасибо за подписку. А в российской футбольной лиге я бы поехала в Казань. Говорят, там крутой стадион. Вот, ну, тяжело сказать. Ну, я иногда смотрю там игры.
ЦСКА, Спартака. Вот Бесхэм, я, если честно, я и так как бы часто теряюсь. И Бесхэм, я вообще как бы за этим всем не слежу. Так, тут меня рейзят. Пока я тут с вами болтаю, я даже не понимаю, как вообще, что произошло в этой раздаче. Техасский беспредельный. Скиньте ссылку на твиттер. Классно закрылся флеш. Классно, тройка доехала. Так, что-то громко стало играть уже. Чек просто дама 4. Как бы рейзит с баттона. Попадает в даму. Да, у меня такой монстр. Level up 18, спасибо, что подписался. Так, дайте нам all-in поставить. Мистер Predator 23. Спасибо за подписку. Так, 10-8, это all-in. Стремно ставить большой блайнд, у которого большой стэк. Но нужны фишки. Вот, две троечки. Так, где наш чатик? Про какой колокольчик речь? На YouTube есть колокольчик. Ну, там, в общем, надо где-то подписаться, нажать на этот колокольчик, и когда я буду выходить в прямой эфир, то этот колокольчик будет красным. В общем, когда я это, на Свана подписалась, именно так и было. Джин Хики, спасибо за подписку. Так, мне нужна твоя музыка. Запись-то сделали? Нет, записи не будет. Ну, я думаю. Качество не выставляется. Ребят, простите. Завтра попробую все сделать. Привет, пацаны и стример. Привет, TrapTip. Hand to note не лагает и намного удобнее хэм. Дама 10, all in. Так, пас. Молодец. Козлик на элке чем-то смахивает. Может быть. Интересно, чем? Цветом волос? Не мангуст 92, а мангуста 92. Это он есть. Вы, конечно, жестко. Видите? Хима 8, спасибо, что подписался. Да, hand to note меньше тормозит комп. Креветка. Спасибо за подписку. Да, у меня как бы ноут еще может сам по себе подлагивать. Независимо от программ. Криш. Марьяш, это all in. Блин, какая ты красивая, удачи тебе. Спасибо, Сулейман. Спасибо большое тебе тоже, удачи. Так. Там кол. Пожалуйста, пусть там будет две восьмерки. Нет, пусть лучше дам валет. Или король валет. О, приплыли тапочки к обрыву. Дипстек. Дипстек. О, нормально. Король нужен, да, уже как бы. Все, чао. Король пришел. Блин, зачем эта девятка? Спасибо за подписку, Nimble 123. Так. Так. Ход. Сава Чечен. Спасибо за подписку. УПЛ, а украинская? Я что-то подумала, АПЛ. Знаете, там пишут АПЛ, украинская. Вы, ну, меня, конечно, извините, но я не люблю смотреть на мертвецов. Действительно, со зрением есть нюансы. Угу. Оля, привет из Кривого Рога. Привет, креветка 1337. Я была когда-то давно в Кривом Роге.
Вот, я там была. Говорят, это самый длинный город Украины. Дороги, конечно, печальные, печальные. Один вверх. Спасибо, что подписался. Оля, ты всегда такой тип карт используешь? Смотрю тебя с телефона, и походу мне тоже скоро понадобятся очки. Смотреть не могу. Вы смотрите карты? Вы смотрите, какие у меня карты? Да, я такие карты использую, как бы мне привычно в таком, как он называется, олдскульный вариант, в общем, так. Так, Bounty Builder 33. Этот турнир я собираюсь выиграть. Он через час. Если до этого еще останутся какие-то турниры, выигрывать будем вместе. Так, опять мне не дают зайти. Сыграем пока нокаут. Потренируемся, так сказать, выбивать людей. Вот тут народ вовсю буянит. Пятерки, алын. Так, как они вообще сыграли? А, алын кол. Нормально. Как-то смотрела вот одного чувака, я не помню имя, в общем, он там что-то трибетнул чувака, у которого, трибетнул чувака, а у него девятки, в общем, и флоп, у него топ-сет, в общем, чувак сыграл, тот его оппонент просто топ-пас, чек-пас просто сыграл. Этот комментатор, ну, человек, который записывал это видео, взял, пометил этого чувака фишом. Вот, говорит, я пометил его фишом просто из-за того, что он не хочет оплачивать мне топ-сет. Во как. Так. Дамы, это 3-бет. И кола лына. Ну, у вас же возобновилась трансляция, правильно? Все хорошо. Макс Бинац, у тебя сегодня пятница, и ты собираешься, в общем, кто не знает, каждую пятницу Макс, вы знаете какой, Максимов 666, спасибо за подписку. И он мне рассказывал, как он сегодня пойдет и что он будет делать, в общем. Но тем не менее я сижу и вижу, что он смотрит мой блог. Макс, иди отдыхай. Шизик. Шизик, спасибо, что подписался. Я знаю, это Вова. Так как говорил мой учитель философии, секундный приступ тупости. Что за Вова? О чем вообще речь? Оля так похожа на учительницу, что я случайно сделала домашку по математике. Андрей Попов, спасибо за донат. Привет. Желаю красивой девушке удачного стрима. Спасибо большое. Клаус Санта, спасибо за подписку. Спасибо, ребят. Мне на самом деле так приятно, что вы подписываетесь, что вы смотрите мой стрим. В общем, просто 100 плюсов вам... К ауре, что ли, я не знаю. Так. Барашек вылитый Семин. Да, согласна. Мой барашек тоже очень обаятельный человек. Так, здесь волыны ходят.
За какой класс ты сделал домашку? Блин, ребят, что-то вчера я играла просто везде. У меня все хорошо было. Все стеки росли. Здесь что-то я вообще, я не знаю. Просто так не годится. Так, you should do an English stream. At least I could understand something. But I'm still going to watch anyways, even if I can't understand a word. Just because you're really pretty. Thank you so much. Really appreciate it. Баксик, спасибо, что подписался. Так. Роналду признан игроком 5-й недели в Лиге Чемпионов. Просто держу в курсе. Так. Голову дома не забыла, где сменка. На самом деле, если вы не знали, ну, я уже это говорила и повторяю, в общем, я учитель английского. Так, у нас здесь топара гэдшот. В общем, у меня была практика в школе. В общем, мне это очень нравится, как бы, и рано или поздно я все-таки буду учить деток английскому литературе. О, у нас просто мега-супер-терн. Чек. Так. Я тоже сделал, но школу закончил 16 лет назад. Витизи, спасибо за подписку. Так, ладно, пас. Пас, не будем фулл хаус ловить. 8 сет. Просто. Все печально. Так. Привет, Мангуста, успехов тебе. Про рот не забывай. Все я помню, не переживай. Твоя шутка зашла на ура, просто сорвала. Там, я не знаю, побила все рекорды. В общем, буду рада, если ты будешь писать для меня шутки топовые. Мигуста. Оформи YouTube, пожалуйста, добавь ссылку на Twitch как для начала. А что, там не идет трансляция на YouTube? Так. Вроде 24 человека смотрят. Ребят, ну не все сразу. Где я и где вот это вот все? Вот вы мне объясните. Просто я настолько далека от этих всех технологий. Хотя все время сижу в интернете. Так. Так. Серк, спасибо за подписку. В свободное время, разумеется. Я все сделаю, как бы, если вас... Лобр-бобр. Спасибо, что подписался. Все сделаю, пишите свои пожелания. Там, в общем, понимаю, что все еще выглядит сыровато, так сказать. Вот, ну. Москва не сразу строилась. Так. Сделал уроки, так это теперь называется. Макс, ты опять свои шутки шутишь? Это вообще законно? Оль, у тебя такой прекрасный, просто потрясающий потолочный плинтус. Да, у меня еще кровать неплохая, тут шкаф. Все, в общем, тут неплохо. Так, Олечка, где ты сейчас проживаешь, если не секрет? Проживаю в Горки город. Это Сочи. Краснодарский край, Россия. Что еще сказать? Супер Карвин, ты только сейчас подписался? Это вообще что? В чате пишешь, донаты отправляешь, и только сейчас подписался? Пьет? Пьет? Макс пьет, еще как? Я бы тоже хотела так пить, как Макс пьет. Каждую пятницу я играю в покер. Прям каждую пятницу? Просто всегда? Флэш. Контроль изичей. Контроль изичей. Это что-то знакомое.
Пуля? А, пуля дура. Это ты пуля дура? Или привет от Вовы пули дуры? В общем, я уже запуталась. Ну, в любом случае, привет, привет. Так, у нас мега флоп. Валет хай. Бит СП. Спасибо за подписку. Так. Так-так-так. Так. Пора ставить. Евгений Ефремов. Спасибо, что подписался. Что-то стек вообще нигде просто. Так. 6-5. Блин, вряд ли мы можем выиграть на шоу-дауне. А может у него флэш-дро тоже? Поставим. Так. Пожалуйста, пас. Пас, пас, пас. Девчек, спасибо, что подписался. Чувак. Что это за рейс? Просто что у тебя? Так охота воткнуть алын сюда. Бен Вилли, спасибо, что подписался. Все, больше не блефую. Просто... Жесткий эксплойт пошел у меня. Так, чек. Чек-чек. Так, читаем. А кого, кто из гостей будет на стриме? Хотелось бы увидеть Павла Спидтелте. Так он же вроде отправляется в Таиланд. В общем. Хотите, будет. Приглашу, если согласится прийти. Так. Я думаю периодически проводить стримы с гостями. Кстати, мой друг Денис Флэт собирается тоже стримить 9-10. О, как доехала, красиво, красиво. В общем, и мы тоже задумаемся о совместном стриме. Вот. Интересно ли вам будет это посмотреть? Так, Остап 26, спасибо, что подписался. Ну, точнее, я не знаю, как. Он будет играть, и я буду говорить, что ты плохо играешь, или наоборот, или как. Ну, в общем, это все пока мы. Так. Пока обсуждаем, так сказать. Так. Здесь пас. Название канала зачетное, категорически плюсую. А, Мангуст, привет, Мангуст. Так. Стрим с гостишки? Нет, стрим с моих апартаментов. Ничуть не сыро, а самое главное, что ты не молчишь. Я и молчание — это как бы диаметрально противоположные вещи. Канапка Юэй, спасибо, что подписался. Или подписалась. Олечка, если не Криш, то кто? Интересный вопрос. Тут меня трибетят. Ребят, ну что за фигня? Мы хотя бы одну раздачу выиграем. И что мне делать? Что мне делать? Эх, сейчас бы Мановара забанить. Интересно, а Лео есть на Твиче? Сергей имеет в виду описание добавить по стрим с ссылкой на Twitch блог. Петростар 1. Спасибо, что подписался. Ну да, я все сделаю как бы. Я как бы планировала стримить на Twitch. Мангуст! Мангуст! Ты молодец! Вот, и только сегодня вот первый... мой прямой эфир на YouTube. Вы там лавики стайки ставите лайки? Ну что это, что? Почему ты ставишь? Блин, почему мне не могут раздать вот
я не знаю, что-то, чтобы у меня не было сложных решений. Просто. Обязательно короля было класть. Пафоск. Не знаю, как читаются ваши ники. Вот. Пишите что-то попроще. Вот мангуста. По-другому никак не прочитаешь. Все просто. Получается так. Привет. А почему ты обиделся на меня или что? Просто писал активно у меня в блоге, потом перестал. Обиделся? Я, кстати, тоже на тебя обиделась на минутку. Я, когда завела блог, Вова написал мне, что он думал, что я спилась, как бы. Меня так давно не было видно. Вот. Как можно обо мне подумать, что я алкоголик? Так. Флэт же раньше стримил, да? Разве он стримил раньше? Дело в том, что он просто у себя в блоге писал, кто будет рад помочь там с настройками и все дела. В общем, обращайтесь там к нему. Арбитраж, бан в бэкинге. Печально. Тамерлан Султангалиев. Спасибо за подписку. Пашка Спид ТЛТ, молодой перспективный покерист, конечно, согласится быть гостем на твоем безумно красивом стриме. Спасибо большое. Хорошо, приглашу. Мне нравятся его шутки, нравится его юмор. Простите, не увидела, кто подписался. В любом случае, мне очень приятно. Павел к тебе не придет, он нормальный, ему девушки. Ну, посмотрим, приглашу. Просто как бы, но тоже человек может отказаться, как бы. Так. А ты переехала в Сочи ради регулярной игры? Ну, я не могу сказать, что переехала, просто живу здесь и мне нравится. Ну да, в том числе и за открытие казино. Что происходит? Почему меня все трибейтят? Ставят алыны? Почему? За что мне так все это? Дисциплина. Если бы стрима не было, то с 5 уже пошел бы в алын. Но это не точно. Так. Контроль изич это сюрп. Привет, сюрприз. Привет, Антон. Надеюсь, у тебя все хорошо. Оль, а с кем из покерного комьюнити больше всего общаешься и можешь назвать другом? Нет у меня друзей и нет врагов. Артум 91. Спасибо за подписку. Ну, тяжело так сказать. Вы проще скажите там человека. Я скажу, я дружу с ним или нет. Стилок 1. Спасибо, что подписался. Так. Давно стрим идет? Rank 1 NL. Спасибо за подписку. Стрим идет, да, час 44 должен идти. Час 40. Это апартаменты в Сочи, да. Могу вам прорекламировать их. Тут будет много серий, как бы, апартаменты супер. В общем, если нет денег на Мариот, в общем, вполне себе, как бы, вполне себе нормально. Забугорище, спасибо, что подписался. Так, ничего не пропустила. I don't know. Мангуст и плагиатор. Так, мангуст и плагиатор, кто-то написал. From root to tip. Может быть. Спасибо за подписку, не успела прочитать ник. Так, тут люди волыны ходят. Мы 2 семерки пас, дисциплинированно. Вот как бывает. Так, продолжим чатик читать. Плагиатор, почему я плагиатор? Лавики ставим. Челодой маловек. Помните, был такой челодой маловек? Где он делся? Если что, я сейчас про Кирилла Тележкина. Челодой маловек, он так себя называл.
Мангуст это зверек непоседа. Ты по жизни такая же. Я нет. Я наоборот очень медленная, как бы. И непоседа это не про меня. Она еще и кусается. Оль, ты классная баба, главное живая. Так что насчет то, что кто-то, что сомнился, что ты учитель английского или про того малого, чья шутка зашла, короче, ты живая, это главное. Так, что здесь? Я читаю чат, у меня абсолютно нет никакого плана на раздачу. Вот сразу, видите, вот что происходит. Вот что человек ставит, Алла? Флэш-дротом, туз-валет. Туз-валет не может быть у него, король-валет. Ну, почему так? Так, читаем дальше. Я надеюсь, уже все в курсе, что завтра у Фросток день рождения. Фросток мой подписчик. Вот. Я заранее поздравляю тебя, Фросток, с днем рождения. Надеюсь, ты смотришь мой стрим. Конечно. Вот, теперь точно все в курсе. Завтра же выходной по всей стране по этому поводу, да? Именно так. Dope Artist. Спасибо, что подписался. Так, что за мужик на аватарке PS? Да я не знаю, какой-то чувак это в карты играет. Вот, в общем. Ну, вы просто, как вы можете задавать такие вопросы? Просто, это еще... Ну, как можно не знать? Как можно по-другому? Ну, вот. Если вы не знаете, как его зовут. Так, что дальше? Спилась. Спилась. Спасибо, что проигнорила мой интересный вопрос про Криша. Прости, что за вопрос был про Криша? Если не Криш, то кто? Как мне надо ответить на риторический вопрос? Она раньше по-другому выглядела. Она это кто, я? Ну да, я на протяжении дня по-разному выгляжу на минутку. Йой 12, спасибо, что подписался. Так, ребят, мы в Волыне входим по 11. Блин, надеюсь, хоть один Олын выиграю. Тузман 23, спасибо, что подписался. I'm Олын. Удачный катушка, Мангуст. Спасибо. Спасибо за такой чудесный ривер. Спасибо. Ну. Ставишь просто туз валет, валет 10 и все. Просто. А если я поставлю валет 10 в туз валет, то фиг мне что откроют. Вот, все, короче, тут я за все иду. Без разницы, что три флеш-доска. Не выброшу свои две пары. Вот, видимо, услышал меня чувак. Так, видите? Вчера у меня был тестовый стрим, и я играла там 1-2 стола, и в итоге... Чтобы не было скучно, я как бы использовала карт-протектор. В общем, на что мой дорогой друг Хитманш сказал, что это фигня полнейшая. Поэтому сегодня не будет ни карт-протектора, ни, в общем, никаких картинок. Так, здесь ставка. Люди просто ничего не выкидывают. Серж Таган, спасибо, что подписался. Надеюсь, здесь 10. Дама 10. Пусть будет дама 10. Ли, появился серьезный конкурент. Очень клевый стрим. Спасибо большое. О, тузы. А ты согласилась бы на контракт от Poker Stars? Ну, смотря какой контракт. Смотря какой контракт, ребят. Людям просто смс-ка пришла, что на большом блайнде просто два туза. Что-то
все топреги как бы выкидывают мелкие карманные пары с этих позиций. Сорян, забил полностью на ГТ, не думал, что ты обидишься из-за этого, сори. Да ладно, я как бы не обидчивая и не злопамятная. Просто я злая, у меня хорошая память. Какая смешная шутка, ха-ха. Оля, ты не плагиатор. Ну, слава богу. Иногда почитываю. Джефф Ред, 423. Спасибо, что подписался. Еще, как бы, ребят, я собиралась на первом стриме провести розыгрыш. Вот, розыгрыш толстовки. К сожалению, толстовка у меня женская. Вот я не знаю, вам это интересно, нет? Как бы проводить сейчас или попозже? Также напоминаю про Home Games. Добавляйтесь, пожалуйста, в мой клуб. Будем играть там турниры. Я еще не определилась, сколько они будут стоить. В общем, ну, подумаю, в общем. В общем, добавляйтесь. Змею сможешь съесть на стриме, как настоящий мангуст? Боюсь, я змею не только на стриме не смогу съесть. Вот. Спасибо, Росток Про. В общем, с наступающим. Сама божественная мангуста меня поздравила. Я рада, что тебе нравится. Мое поздравление. Богдан Трищ. Дякую за подписку. Рональдо. Это не Рональдо, а Роналду. Тут уже 4 стола несоответствия. Ну, как бы да. Да-да. Так. Так. Я же зарегистрировалась в Bounty Builder по 33. Так. Ага, еще не зарегистрировалась. Так, ну зарегистрируюсь, в любом случае буду его играть. Играть и выигрывать. А потом вместе будем открывать сундук, если он тут вот добежит. А ты сама не догадалась, что карт протектор это фигня? Послушай меня, дорогой T-Quest. Вот. Я не знаю, нравится тебе, что я делаю, не нравится. Но можно я сама буду решать, как мне играть и как мне смотреть карты. Okay? Максим 555, спасибо, что подписался. Как бы каждый имеет право на свое мнение, я твое мнение уважаю. Вот, но тем не менее буду делать так, как считаю нужным. Хлорин, спасибо за подписку. Меня знаете, что удивляет? Вот люди подписываются, а потом, ну там бывает, стримера какой-нибудь открываешь, там типа миллион подписчиков, а просмотров там 100. Это вообще как? Это как ВКонтакте, не ВКонтакте, в Инстаграме. У девчонки 500 тысяч подписчиков, под фотографией 200 лайков. Это вообще как? Спасибо за подписку, Калашев. Калашев. Оля, привет. Hitman это спец, который саты гипер катает. А как его зовут? Гудла Колечка. Спасибо большое. Топ 1 Варлок. Спасибо, что подписался. Его зовут Дима. Надеюсь, он меня не убьет. Надеюсь, это не конфиденциальная информация. Он играет не только гиперсаты, он играет все. Он даже выигрывает всякие Sunday Million и все такое, в общем. И он играет, по-моему, и кэш. Ну, в общем, топ-рек. Вот. Если поношено, интересно. Я вам покажу толстовку эту на самом деле. Я не знаю, может ее разыграть в турнире. Может быть, за самый интересный вопрос, я еще думаю. Может, не сегодня розыгрыш. В общем, ребят, у меня перерыв. Вот. Пригласить Диму Чёва в качестве гостя. Это идея, но боюсь, выживет только один, так сказать. В общем, у меня перерыв, пока отдыхаем. Там обычно, когда реклама, все говорят, не переключайтесь, но, ребят, хотите переключайтесь, хотите нет. Хозяин барин.
Is everybody feeling all right? Ты откуда родом? Акцент очень интересный. Я из Черкас. Это самое сердце Украины. Акцент у меня, соответственно, украинский. Когда собираешься в Киев возвращаться? Интересный вопрос. Не знаю, пока не планирую. Троптип, предлагаю тебе водочки взять на завтрашний стрим. А то я взял. Да, как бы, можно было выпить бы пивка для рыбка или, я не знаю, чего-нибудь. В битве Мангуста versus Удав, кто побеждает? Мангуст. Мангус, бывала ли ты в городе Луцк? Уверен, что знаешь одного топчика из этого города. Если ты про Ваню, то нет, не знаю. Я знаю про кого-то. Ты про Мишу Гутова, да. Накруточка про инст. Ну, понятное дело, накручивают многие, как бы... Но сейчас мало того, что накручивают лайки, накручивают еще просмотры. Что-то в
вспомнился YouTube, но тут про Instagram идет речь. Просмотры тоже накручиваются, как бы. Вот. 1 000 000 подписчиков ботов. Изи накрутил за 2 руб. Я не знаю. Вроде это серьезные деньги. У Филатова спроси, как он тебе накрутит. Спроси, как он тебе накрутит. Ну, на самом деле, у меня нет такой цели, как бы. Я знаю, что можно за деньги купить подписчиков. Вот. Ну, просто лично я такой цели не преследую. Блин, он все открывает, этот чувак. Я никак не могу зайти в банк. Ну, хорошо, что мы вот сейчас не зашли. Ладно, пас. Так. Я тоже люблю тех, кто выиграет Санды миллион. Ну, я люблю его не за это, как бы. А за то, что человек всегда может прийти на помощь. Просто такие люди на вес золота. Сейчас я там не преувеличиваю, как бы. Я думаю, все, кто с Димой общаются, в курсе, что это очень добрый человек. Так. А как ник правильно пишется? У Хита? Хитманш. Единица вместо ай. Ща бы палку. Что? Топрек, лак, ожог. Ну, спасибо за подписку. Я твой друг. Так. Я не знаю, вставить мне в четверых конбет, не ставить. Чек. Просто этот за 150 зашел, этот за 150, этот кол 600. Так, считаешь ли ты мевизаться плохим человеком? Нет. Так, устала ли от подкатов в Сочи в казино? Подкатов вообще нет никаких, абсолютно. Как бы, я тут не лукавлю. Единственное, человек мне сочинил стих, красивый стих, вот, в мае. Я не знаю, читает ли он мой блог сейчас, в общем, реально красивый стих. Я не знаю, может, я вам его как-нибудь прочитаю. Вот. Ну и то, тяжело это назвать подкатом. Вот. Так. Фросток, напиши в чат, как дать модерку. Привет, Антон. First the fear. Спасибо за подписку. Так, ребят, что-то фигня какая-то. Я сейчас этот отменю. Bounty Builder по 33. Что-то я вообще не в форме. Сыграем пока женский за 8. Реально, я пока не могу так все до кучи. Вот. Ольга, какова твоя мотивация стримить? Хочу стать известной и популярной. В общем, да. Дмитрий Шорох, удачного стрима. Прововка-промовка есть в украинском языке такое выражение. Только вспомнили про Димасю, сразу пришел. Где ты раньше был? С такой игрой на PS контракт вряд ли получится, да. Но, к сожалению, сейчас покерумы, в общем, дают контракты просто всем подряд. Так. Оль, слэш, мод никнейм. Это для модерации? Вам бы следить сделать расписание, иначе глаза разбегаются. Перебор по красоте получается. Спасибо большое. Твич отстает. Какое у тебя зрение? Зрение у меня, как я думала, минус 4. А вот последний раз проверяла в июне, а оказалось у меня минус 5. Минус 5. Твой акцент сводит меня с ума. Так.
Так, все, короче, играем тут активно. Будем трибейтить всех. Сектор ДП, спасибо, что подписался. Вам нравится этот человечек, который бежит? Ну, типа, фолловер. Я твой подписчик. Прикольно же, не? Антон, я рассчитывала, что ты один из первых подпишешься, как бы. Вот, ну ладно. Я зла не держу на тебя. Удачи в игре, у меня фрирол начался. Спасибо за пожелания. Всем, кто сегодня играет, удачи. А мне победа. Привет, ты откуда? Откуда? Я откуда? Я из Черкас. Вот. Такой вот замечательный город. Большая деревня. В данный момент живу в Сочи. Министр обороны, спасибо за подписку. Спасибо за подписку. Так, нет подкатов, да что ты гонишь? Ребят, на самом деле, ну какой мне смысл вас обманывать? Просто. Или как вы себе это представляете? Я иду под казино, человек берет и делает мне подкат, как в футболе или что? Или там, типа, привет, дай телефончик. Нет. Ну, там бывает, за столом сижу, играю, там кто-то там. Бывает, выкини там мой большой блайнд, на, типа, забирай, типа. Это же я не могу расценивать как подкат. Вот, или что там еще может быть. Там, я не знаю. Или там человек на какой-то фигне проигрывает мне банк, и там великодушно говорит, а, тебе не, там, не жаль проиграть, как. Ну, спасибо, это подкат или нет? Или там, вот раньше были подкаты, там, бутылку шампанского к столу, там, или букет цветов, ну, вот это я понимаю подкат, ну. А то что, типа, привет, я читаю твой блог, это подкат, ну. Вот, в общем, я вас не обманываю. Вот, не знаю, читаешь ли ты мой блог, но вот, там много людей ко мне подкатывает. Ну, бывает иногда, но не прям так конкретно. Я вообще человек тупо доходящий. Игорек, спасибо, что подписался. $50 на развитие стрима. Удачи тебе. Дякую за ридну ногу. Намазащо. Роберт Дебила подписался. Спасибо. Спасибо, 99 проблемс 1. Так, Оля, расскажи, какая атмосфера царит в женских турнирах. Спасибо за вопрос. В общем, каждый делает, что хочет. Просто. У каждого свои мысли. Просто логически никак не можно ничего понять, что происходит. Вот, в турнирах есть девочки, которые сильно играют хорошо. Вот что, тут волын идем, нет? Спасибо, что подписался, Дрюс21. Вот, и несмотря на то, что все считают, что женщины слабые, ты попробуй их обыграть, как бы. Это все не так просто. Сулейман1990, спасибо за подписку. Так. Здесь вот тут звали, что делать. Так. У тебя все свое? Нет, все искусственное у меня. Что можешь сказать про Рената, что о нем думаешь? Нормальный чувак. Мужики с иконы пошли, какие подкаты. Какой номер клуба Хомки? Извини, пожалуйста, я не могу сказать сейчас. По памяти я не помню. Брастаня 1. Спасибо, что подписался. В описании на Твиче там есть про Home Games. Так, два Валеры, это улы. Хасан Масан 007, спасибо за подписку. Так, будем выигрывать сейчас тройной алынчик. Пусть тут будет туз-король и тут туз-король. И флоп валет. Валет. Ну?
мое вроде. Так. Сказал бедняк. Что дальше? Удачи, прекрасно выглядишь и слушать приятно. Спасибо большое. Операция сделана зрение. Так, короче, ребятям, того чувака зеленого выставляем. Варава Иван, спасибо за подписку. Да сделаю, наверное, рано или поздно. Так, I call. Хорошая. Мое. Так, очки тебе очень к лицу. Ну, я очки не люблю, как бы. Очки это неудобно, лично для меня непрактично. У меня под вечер начинают болеть уши, на переносице просто вмятины. Вот. Ну и очень удобно, особенно машину водить. Оля, соскучилась ли ты по подкатам? Нет. На самом деле, подкаты ставят меня всегда в неловкое положение. Где в Сочи можно с тобой пересечься? Нигде. Я просто сижу дома все время. Поэтому вариантов нет никаких. Мангуста, выходи за меня. На работу? Привет, а ты классный. Да ладно, я в Смеле школу заканчивал. Вечерку пол... Белозирья? А, Белозирья. Мидвая, спасибо за подписку. Пол Белозирья, мои родственники. Ну, я не из Белозирья, как бы. Вот. Но в Смеле была много раз. Привет, ты вредная? Нет, я очень полезная. Так, ну что, выиграем здесь? Так. Рейс. Блин, надо было помедленнее. Вот в этой раздаче, вот вчера я в такой раздаче вылетела из Бига 11. И чувак мне посоветовал в блоге ставить на флопе 2 трети. Так, из-за того, что флешдро, как бы тут чипадро, чекать мы не будем точно. Поставим. Надеюсь, там король валет. Ну все, пас. Европейцы на стриме. Hi to all European viewers. Ukraine is Europe too. Так, ладно. Стар я для подкатов к молодым. Эх, сейчас бы гимн спеть. А вы знаете, вот чем интересен испанский гимн? Тем, что в нем нет слов. Можете себе представить? Тот неловкий момент, когда подкатывал. Привет, читаю твой блог. Ну, на самом деле, я говорю, Егор Прокоп, спасибо, что подписался. А мне надо говорить прямым текстом, вот. А то там вот эти вот заходы издалека, я такого не понимаю. Так, что дальше? А тут троллить можно ли, как у Вадзона? Пусть Вадзон. Антика, спасибо, что подписался. На GT есть парень, любитель играть в женские турниры. На самом деле в женских турнирах на Poker Stars просто каждый второй парень. Каждый второй играет с ником мамы, с ником сестры, девочки и тому подобное. А еще... Многие регистрируются специально, чтобы играть этот женский турнир, там, беспонтовый, в котором вообще какая-то минимальная гарантия. И они думают, что там просто легкие деньги. Нифига, как бы. Нифига там не легкие деньги. Вот. А что сейчас делаешь в Сочи? Визита, казино или отдых? В Сочи я живу сейчас, в данный момент. Я жила в Испании 2 месяца. И вот приехала сейчас в Сочи. Ну, я приехала на серию PS, вот пока здесь. One EP 3. Теперь мой подписчик. Спасибо большое. Ты ощущаешься звездой? Нет. Скажи свою любимую и нелюбимую руку. А ты справа, лево не канает.
Ну, я, конечно, так шутить и не собиралась. Моя любимая рука — это два туза. Два черных туза, два красных туза, два разномастных туза. Это просто это рука, которую я всегда рада видеть, как бы в любой момент. Вот. Практически никогда не выкидываю. Ну, бывает. Вот. А нелюбимая — туз-валет. Такая переоцененная рука просто. Туз-валет. Марьяж. Это вообще такие руки просто обманчивые. Туз-дама. Просто, казалось бы, отличная рука, но всегда. Туз-король не люблю. Она у меня в очень слабый плюс играется. Запах Сибири, нормальный Ренат. Там ссылка на клип, но я смотреть его сейчас не буду. Ну, у вас, конечно, свое представление о любом человеке. Вот, допустим, вы смотрите мой стрим, Мгела, спасибо, что подписался. И вы, к примеру, себя по-другому представляли. Вот. Для меня, как бы, Ренат нормальный, классный чувак. Для вас он может быть там супер, может быть дикий, может еще какой-то быть, как бы. Для меня он нормальный. Так. Не усугубляю усугубившееся положение. Поехали на велике по парку кататься. Вот видите, мне шрам здесь есть. Это я на велике уже покаталась. Как бы. Где здесь можно на велике покататься? Вы видели, какая здесь погода? Просто. Я на улицу выйти не могу, снега по колено. Почему только на старзах играешь? Играю не только на старзах. Просто боюсь, если другие румы буду подключать, будет лагать все. На какой машине гоняешь? Здесь у меня нет никакой машины. В Украине у меня Mazda 3. Мега-злодей, спасибо за подписку. Мега-злодей. Так. Привет, good luck. Какой самый большой занос онлайн? Привет, спасибо. Самый большой занос в интернете — это у меня 12 тысяч долларов. Причем это был минкэш. Просто я в турнире попала в деньги, сразу заплатили 12 тысяч. Вот. А самый... Потом второй занос — это Биг 75-й еще когда он был. Так, вот 8 тысяч. Так вот, без стата так плохо играть. Качала в 11. Спасибо, что подписался. Будем качаться вместе. Блин, плохое у меня предчувствие. Класс. Сколько лимонера в чатике активизировалось, мало подкатов было, сейчас исправим. Да нет, я, пожалуйста, не надо. Щены Марла Украины, ни слава, ни воля. Марсельеза, гимн Испании. Слава Украине. Так, со мной нельзя встретиться, ребят. Привет, Днепра. Привет, Днепр. Знаете, когда Днепропетровск переименовали в Днепр, жители Херсона начали переживать. Так, было минус 4,5. После операции началась новая жизнь. Да, я когда себе сделала очки первые, я просто еду в автобусе, смотрю по сторонам. Боже мой, какая яркая жизнь кругом. Просто даже себе не представляла. Так. Прямым текстом это как? Привет, давай встречаться. Ребят, у меня все в порядке с личной жизнью, окей? Ля, чтобы покушать? Гасче такой же. Так, мы тут чекали или что? Я закалировала флоп, боже мой, это просто жесть. Вместо паста кол нажала. Так, все, короче. Просто жесть какая-то. Как я оказалась здесь? Объясните мне. Как я оказалась в этой раздаче? Боже, какой кошмар. Так. Блин, так не хочу ставить у него в большой стек.
Но вообще 10-6 это точно плюсовый пуш. Ну так, слабо плюсовый. Так, что здесь делать? Туз-10. С малого блайнда. Вот. Какая моя нелюбимая рука? Вот одна из них, туз-10. Так, два разномастных туза, лол. Да, это смешно. Если незнакомый человек на улице попросит сделать с тобой селфи, согласишься? Да. Не стрим, а стрём. Да, чё-то лагает. Так, чё-то лагает. Чё делать? Почему не может выйти просто чёрный флоп? Просто. Почему вообще ни один флоп мне не подходит? Так. Сейчас музычка будет, не переживайте. Так. Немножко рекламы. Ты будешь играть или нет? Так, тут мы в Волыне. Блин, что это за лимпы? Женев. Карманные пары не выкидываю. О, Павел Прокофьев. По-моему, ты только что подписался, нет? Там нас уже встречают. Надеюсь, там 2 четвёрки. Покажи что-нибудь такое. Ай, пофиг. 5, главное, положите. О! Весело и вкусно, Макдональдс. О! Хороший ривер. Так, у меня тут уже холодно. Сейчас закрою окно. Так, почему музыка не играет? Алло. Так. Так, чатик. Короче, ты не любишь все руки, кроме АА. Ну, из песни слов не выкинешь, как бы. Спросили про любимую, нелюбимую. Люблю валет 10 очень. Одномастный. О, видите как? Вот сразу, на заказ. Но 2 туза, конечно, лучше. Так. В общем, все, что не тузы, отстой. Ну, как сказать. Аристо 88, спасибо за подписку. Стрим нормальный, но было бы клево, если бы не причмокило и воздух не всасывало со свистом резко. Сори. Анроид, спасибо за подписку. Так, на Вэлли будем прибесить. Если он Алын Мукол. Нет. Не сыграл валет 10. Сван досит. I have no idea what is досит. Погода на выходных будет нормально, солнышко. Или погода на выходных будет нормально, солнышко. У меня тоже туз валет нелюбимая рука. В последнее время я ее просто выбрасываю после того, как я с ней на предфиналке проиграл туз 5. Ну, так себе аргумент, конечно. У Советского Союза тоже десятилетиями гимн был без слов. А как же Союз нерушимых республик свободных? Так. Линзы тоже хороший вариант. Ребят, я ношу линзы все время. I will pro. I hope so. Спасибо, что подписался. Я тоже ношу линзы, как бы. Я знаю, что такое линзы. Я их ношу. Вот. Но сейчас я лечу глаза от аллергии. I will do it, 88. I hope you will do it. Спасибо, что подписался. У меня аллергия, линзы нельзя носить месяц. Вот уже 2 недели. Еще не прошло 2 недель. Вот туз 10, вот. Вот, я не люблю туз 10. Даже не буду в них ставить. Не буду ставить, нет у меня ни червы, ничего. По валету можно ставить, но я приняла решение, что просто доберусь до ривера и выиграю на шоу-дауне. А может, 4 упадет? Или туз? Дама тоже как бы моя карта. Ладно.
был план, и я его буду придерживаться. Так. Ольга, ты не конфликтный, компромиссный человек или просто держишь всегда свое мнение при себе, потому что, судя по твоему блогу, какие-то резкие высказывания — это не про тебя? Ну почему же? Я резко высказывалась по поводу Дианы Шурыгиной. Как бы. О, видите? Выиграла на шоу-дауне. Вот. Я резко осуждаю Дианочку. Димец 85. Вот. Но, по-моему, это не в блоге было. Ну и в блоге тоже мы обсуждали. Тяжело сказать, что я не конфликтный. На самом деле у меня очень тяжелый характер. Ну, так говорят. Я-то думаю, что он у меня хороший. Так. Пасик покер варіата, якщо не запропонують про контракт хоча б стрімерський. Пати покер варіата. Що таке пати покер варіата? Я не понимать. Ребят, мне периодически предлагают контракты, как бы, но просто предлагают вату, вот, вату я могу и так катать. Вот, Мангустик, привет, удачной покатушки, спасибо большое, спасибо. Боцик, спасибо за подписку. А в каких румах играешь? В каких румах играю? Играю... На Покер Старс, на Пати Покер. Задумайся, враг. Задумайся. Спасибо, что подписался. Наверное, спасибо, что подписался. Это просто на повторе надо поставить, чтобы не повторять все время. Омахабот. Омахабот, у меня же есть такой подписчик. В любом случае, спасибо. Играю на Пати Покер. Сейчас сделала там перерыв после того, как мне просто... Поназдавали там в этом, в сателлите на Caribbean Poker Adventure. Дурдом, спасибо, что подписался. Вот. Есть аккаунт на восьмерках. На покер-доме меня забанили. Причем забанили меня без суда и следствия. Я не сыграла там ни одной раздачи. Вот. Так. NL Generation. Поколение NL. Спасибо за подписку. Так, пас. Дама 10 это рейс. Вот дама 10 красивая карта. Выглядит хорошо. Играет хорошо. С ней ты ничего не боишься. В улын ты с ней не идешь. Вот. Давайте флоп король, валет 9. Все в бубну. Ну, кол давай, кол. Так, есть бэкдоры. Есть куча бэкдоров. Вот отличная карта. Так. Ставим ставку для информации. Бразил. Женев. Call. Поставили ставку. О, отличная карточка. Жалко, что не голубого цвета. Если бы это был туз бубей, это был бы изи пош. Если бы это был король бубей, это был изи пуш. Если бы это была вообще любая бубная, это изи пуш. Но так как это туз пик, это пас. Это пас. Пас, деньги спас. Тут меня опять трибетят. Просто что у вас на уме? Поланд. Пас. Переап. Бич. Спасибо за подписку. Ну вот это нормально вообще. Ну ладно, этот в сет попал. Вот, но это что, 5-9? Это вообще куда? У тебя за спиной человек сидит. Ты защищаешь 5-9 на ББ, окей. Один ставит, второй колет. Ребят, 5-9 это пас. Так. Расскажи про Панаму, на что потратила выигрыш, когда ответишь еще на вопрос. Really? Ребят, вспомнила баба, як дивкою була. Это было 2 года назад. Деньги уже потрачены. Давно, безнадежно потрачены. Ну, не совсем безнадежно. С пользой, как бы. Вот. Про Панаму что рассказать? Отличная страна. Кардиастри Арт. Спасибо за подписку. Отличная страна. Находится прямо в Центральной Америке. Между Северной и Южной Америкой. Вот. Совсем такая маленькая страна, такой
небольшой перешеек. Там есть Панамский канал, который соединяет Атлантический океан и Тихий океан. Вот. Чем примечательна страна? Что там дофига банков, как бы, дофига отелей, все очень дорого. Ну, по-моему, дорого. Я уже не помню. Тогда у меня были деньги, можно было тратить. Я хотела там купить часы себе Rolex. Вот. Ну, после заноса надо что-то, пока деньги не потрачены, надо на что-то их потратить. Прихожу там, значит, в магазин. Короче, прихожу в магазин. Так, тут тащим. Дама, балет. Дама. Король. Биг 22, до свидания. Так, женский турнир еще не начался. Кайлаш, спасибо, что подписался. В общем, хочу часы, как бы, купить. Бабки принесла, 15 тысяч принесла с собой. МиГ-31, спасибо за подписку. Вот. Ну, в итоге мне там дали часы, которые я хотела. Вот, ну, это было, ну, с таким пренебрежением, как бы. Ильдар Б, спасибо, что подписался. Вот. Мне стало так неприятно, как бы. Они, ну, видят, какая-то нищебродка пришла в рваных джинсах, там, я не знаю, просто без часов. И типа часы пришла мерить. Мне стало так неприятно. Я с этими деньгами пошла в соседний магазин Хаблот. Вот. И купила часы там. Вот все. Просто, когда заходит человек в ваш магазин, в котором вы работаете, то, пожалуйста, проявляйте к нему там хотя бы какой-то интерес. Мало ли кто к вам там зайдет. Вон этот покойный, как его, не Билл Гейтс, а Стив Джобс. Вечно ходил в одинаковых шмотках всю жизнь. New Balance кроссовки, какие-то там джинсы и черный свитер. Или черная водолазка. И все. А люди, чем проще они одеваются, тем как бы просто не хотят, ну, не знаю, не палиться, ну, как бы. В общем, неприятно было мне тогда. Так. Простите, тут чат, я не что-то пропустила. Оленька, спасибо тебе за шутку про тапочки и обрыва. Сама придумала? Нет, не сама. Так, пока в топе заноси. Что заносить? От мертвого слоуши заносить? Что? Нету ничего, видите? Что заносить? Просто вообще не туда пока. Так, союз нерешимый был при Сталине, потом был без слов после культа личности. Я, если честно, не в курсе, как там было это. К своему стыду, не знаю. Так, музыка та же самая. Это не та же самая музыка. Это они одинаковую музыку играют, как бы. Бруно, спасибо за подписку. Ну как я ставлю тоталын, вы сразу меня калируете. Десятки. Туз. На ривере, туз на ривере, туз на ривере. Туз. Блин. Погранично сыграла, но это плюсовый пуш здесь. Вот. Так. Джек Зло, спасибо за подписку. Так, давайте пока будем смотреть этот прогрессив дипстек. Ладно. Вот вы заказывали один стол, вот. Вот, пожалуйста, вот вам один стол. Осуждала Диану, потому что тебя не насиловали. Ну, наверное, я не пила на донышке, там, не в 16 лет, как бы, учила уроки. Они шастала непонятно где, как бы. Вот. Вариат по-польски сумасшедший. Дмитрий Шорох. Nova One. Спасибо за подписку. Так, что тут разговаривает, алло. Мы музыку заказывали. Сейчас вам Ричи Хоутина включу. Это мой Кент. Попозже. Блин, что они тут беседы ведут? Вы музыку играете? Алло, соты свои. Так, сейчас, ладно, Соломон сейчас. Это еще лагает? Вообще. Так, самое время включить хэм. Ну, короче, я просто от нечего делать зимой посмотрела все 4 выпуска «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной. Просто эта Диана должна сидеть за решеткой. Просто, ну, просто это смешно. Все.
У парня этого бедного, который осужден, у него просто не было денег откупиться. Там же был такой же самый случай. Ее тоже изнасиловали, но там семья была побогаче, и они просто откупились. Как такое возможно? Так. Ну, в общем, я не знаю, какое здесь может быть другое мнение по этому поводу. Так, нет, нету у тебя такого подписчика, я уникален. Амаха-бот. Так, Омаха. Оля, какие планы на рожание детей, семью и все такое? Какие взгляды на это? Есть желание или пока не хочешь? Планирую 4 детей. Так, стоит ли ставить аватарку Старзов? Стоит ли ставить на аватарку Старзов картинку Симпла? I have no idea. Я не знаю, насколько фартовая эта картинка. Как бы. Надо, я считаю, на аватарке ставить... Диа, спасибо за подписку. На аватарке надо ставить те картинки, на которые тебе приятно смотреть. Вот. Вот, приятно вам смотреть на вот такое вот чудовище? Мне нет. Block image. Приятно на Джокера смотреть? Приятно. Татубок, спасибо, что подписался. Вот человек себя, видимо, поставил на аватарку или еще кого-то. Вот, мне нравится Криштиану Роналду, как вы, наверное, заметили. Я очень оригинальный человек. Бацид! Ты тот Бацид? Или ты как Лео Мановар? Спасибо за подписку. Так. Вот, если вам нравится картинка Симпла, конечно, ставьте ее на аватарку. Как у тебя Twitch канал называется? Mangusta92. Приветствую. From root to tip. Ну, мы вроде здоровались. Привет. Амахи Боту, привет. Трэп тип, наконец-то стоящие вопросы пошли. У Ольги четкий план стать про на ПС, чтобы потом при встрече про познакомиться с Криштианом. Ты угадал, но, к сожалению, Криштиану уже не рекламирует этот рум. Вот. Видимо, дорого. Лобстер пицца, спасибо, что подписался. О, женский турнир начался. Так, будем его играть, я вам его не буду показывать. Или хотите, чтобы я показывала вам этот турнир? Артем Шевченко подписался. Спасибо. Или показывать вам его? Ну, могу два сделать, но думаю, один стол лучше будет, да? Или нет? Так. В общем, раньше Криштиану был. И причем я была в Барселоне, когда он был, ну, типа PS Pro Sports. Вот, но он не приехал. Не приехал в Барселону. Так, у нас сейчас All-in будет. У нас уже стало 20 блайндов. Это изи удвоение. Так, мы его выбиваем, этого чувака. 745. У нас что, не хватает чуть? У него больше? 15 тысяч панамских. Бабека, спасибо за подписку. Нет, там... Там доллары ходят в обороте. Там есть какая-то местная валюта, но везде принимают доллары. А почему на покер-доме забанили, если не сыграла ни одной раздачи? Меня забанили, потому что с моего компьютера играли на покер-доме. И типа мультиаккаунт, что-то такое. Как-то так. Сейчас бы в магазине работать. 2036, что? Капусту прокурору заноси. О, мы в Алыне, так. Жаль, мы его не покрываем. Изи удвоение. Давай, ты тоже Алын. Алын. Тут какая-то фигня, типа двух шестерок, пожалуйста. Ну, это тоже фигня. Все, хватит. Хватит ему, хватит. Да есть же! Кинкоша! Хандра 90, спасибо, что подписался. Так. Пошла раскрутка. Это та Живси, как ее, да, она. Дурс, спасибо за подписку. Не знаю, я мангустик. Не знаю, о ком ты. Вообще, о чем речь. Но вообще, я с Живси, да. У меня там есть блог. SBT13, спасибо за подписку.
Что играть с банкролом 5К? Ну, смотря какого банкролл менеджмента ты придерживаешься. В современных реалиях всем рекомендуют иметь 200 боинов, ну, не меньше 100. Вот. Если ты придерживаешься агрессивного банкролл менеджмента, играй, что видишь в кассе, на что есть деньги. Есть боин, есть банкролл. Если, конечно, речь про турниры. Мангуст топ-стример. Мангуст это топ-стрёмер для начала. Заноси капусту, козлы новой батарейки, и он нам будет петь. У козла нормальные батарейки, ребят. Там 3 батарейки, я поменяла специально, чтобы он пел. Виктор Ви, спасибо за подписку. Но он просто устал. Он просто устал и иногда поет, иногда нет. Вот. Кент из 2008-го. Паштет, спасибо за подписку. Кент с 2008-го. У меня нет кентов с 2008-го. Да вообще-то Диана не стоит обсуждения. Согласна просто. Надеюсь, мы ее больше никогда не увидим. Hello, Superman. Hello. Вот если на стрим придет Искандер, это будет really он. Постоянно к Максу приходит. Макс Крион, спасибо, что подписался. Лаги. Лаги. Сори, ребят. Лагает страшно. Вебка лагает. Сори. Картинка, наверное, начала лагать из-за холда менеджера. Но если будет сильно лагать, отключу. Ну и что мне делать? Вот здесь король валет. Спасибо за подписку. Просто что? Просто что? За что? Бердчини, спасибо, что подписался. Блин. Так печально, конечно, это. Так, сейчас чуть тише сделаем музыку. Ну вот. Просто попала в свое, но тут за спиной еще человек. Просто печаль, беда. Просто банк миллион. Да, лагает, лагает. Закрываем хэм. Закрыть окно. Обидно, обидно. Плохой интернет, держу в курсе. Ну, на самом деле он нормальный по скорости. Так, вам видно нормально эти два стола? Женский турнир. Сейчас посмотрите, как здесь играют. Bloody Верен. Спасибо, что подписался. Стрим подлагивает. А у 4 детей фамилия будет случайно не Душ Сантос Вейра? Нет. Так. Звук идет хорошо, картинка лагает. Ольга, ты ходила в скай-парк с банджи прыгать? Нет. Anibus is winner now hosting my stream with one viewers. Куда с бассейном? Блин, я, если честно, не понимаю, что это.
Кто-то ворвался в мой стрим? В скайпарк я не ходила прыгать с банджи, потому что я не экстремал, как бы. Вот. Ну, может быть, когда-нибудь решусь. Я прыгала с веревкой давно когда-то. Вот. Прикольно. Прикольно, прикольно. Так. Зашел стримера оценить. Подписался? Куш. По-моему, нет. Я всех своих стримеров, всех своих фолловеров запоминаю. Так. Здесь что будем делать? И что мне теперь делать? А здесь что мне делать? Почему вместо четверки дамы не может прийти? А здесь не может прийти повтор. Блин, он так мало ставит. Блин, ну там железобетонная восьмерка. Здесь тоже банк фигачат. Блин. Просто может там верстер? Нет. Что делать? Что делать? Так. Тормозит. Ребят, отключила ХМ, вроде нормально должно быть. Привет, красотка, откуда ты? Оттуда. Оттуда. А, тут модераторов тоже через постели будет набирать, как у Инера. Хорошая шутка. Влад 1826, спасибо, что подписался. Хорошая шуточка. Научишь покер играть и заработать тебе на красивые цветы и подарочек. Можно без цветов, подарочков этих? Вот все это. Уже 200? Было что? Ты чат читаешь? Читаю. 500 бои самое то. 500 бои. Вперед. Из песни. Мангус будет топ-стримером, если не будет банить эмоуты в чате. Эмоуты в чате банит Nightbot. Я чат не модерирую. Хорошая тоже карта. Сейчас флоп главное зеленый. Даже нормальный вуп-вуп не ставишь. Эндрюс Бар, спасибо, что подписался. Ну, вуп-вуп это в другом стриме. Максимум два вуп-вупа. Блин, весь стрим пропустил благодаря суперинтернету. Neutral Fun 18, спасибо за подписку. За третий бан на 10 минут. Привет, подскажи, что за сет играет. Это Соломон. Очень качественная музыка. У меня есть персональный диджей. Как часто планируешь стримить? Интересный вопрос. Вы знаете, я человек настроения, что-то в голову стукнет. Буду каждый день стримить. Не стукнет, не буду стримить. Как бы. Тяжело сказать. Вот сегодня я пообещала вам, что стрим будет в 8 вечера. А у меня, к примеру, в 8 вечера планы поменялись. Что делать? Вот что делать. Так. Так. Куда фолд? На король валет? Ну, да. Но обычно, когда я колирую, то я просто там против сета выставляюсь. Или там туз валет, или там две дамы, и как бы все такое. Там 4 комбо сетов. И донг пуш еще исключает их часть точно. Так донг пуш, он же не за донг пушил. Про какую вы раздачу говорите? Там же all-in человек поставил, этот закалировал. Он поставил конбет, кол-кол, здесь all-in. Он свой all-in. Люди там баунти выигрывают. Отлично у нас, у меня сессия, 0 итем. Ну, в принципе, все как обычно. Все как обычно, все по сценарию. Сейчас вот налетят коршуны. Но у нас 3 семерки. 7-7-7. Вложила столько шашек, чтобы выкинуть на идеальном терне. Да, такая вот я. Пас. XP
эксперты. Куш, вот теперь ты подписался, спасибо. Кто-то хостит твой стрим. Карлсон, спасибо, что подписался. Это что это значит? Что значит хостит стрим? Мангуст, я люблю тебя. Роди, сделай мне ребенка. Тоже мне предложение. Давай я тебе рожу вместо Мангуста. Банкролл какой? Кольца. 89 это куда билеты на футбол? Это билеты на Эль Классико, Реал Мадрид и Барселона, которая состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу 23 декабря 2017 года. Один билет стоит $627. Тверитинов, спасибо, что подписался. Ну, до Мадрида же еще добраться надо. Вот. Жить там как-то. Класс, Векс Покер, спасибо за подписку. Пятерки нет, это пас. Так, лагает картинка с твоей камеры. Блин, я не знаю, что делать. Что посоветуете сделать? В Испанию какую-то, да? Билеты в Испанию. Испанская премьера. Чат не модерируется. Пацаны, вы слышали? Оль, знаешь, кто такой герой России? Фросток? Какие цели стримов, какую команду метишь? Или перефразирую вопрос, в каком руме нравится играть сейчас? Вот мне так нравится, ребят. Я начала стримить. Это обязательно я стримлю, чтобы стать про. Чтобы там у меня был значок про. Вот точно так же я завела блог. Никто не верил, что я завела блог просто так. Обязательно я завела блог с какой-то целью. Вот. Мне просто нравится вести блог. Мне нравится общаться с читателями. Я сейчас не оправдываюсь, как бы. И я начала стримить, я хочу себя попробовать на новом поприще. Вот. Или что, обязательно быть про сразу? Нравится играть мне... Мне просто нравится играть в покер. Я люблю это дело. Забить на стрим, стримить OBS. Так. Оля, а тебе самой этот стрим понравился? Так, что здесь? Так, у нас тут. RS Cash NL, спасибо за подписку. Так, блин. Я не знаю, тут надо ставить или не надо. Просто если девятка, тут full house, тройка, я тоже. Надеюсь, что здесь две пятерки мы так выиграем. Две четверки. Так, ребят, у нас перерыв. Отдыхаем пока. Я скоро вернусь. В общем, не бросаю вас. Пойду кофейку себе сделаю, окей? Вы не скучаете тут? Good? А вот я, мне посоветовали включить музыку погромче. I'll be back.
ребята, вы слышали что-то про кофеиновую зависимость? Это когда вы утром пьете кофе, чтобы проснуться, днем пьете кофе, чтобы не уснуть, а ночью не можете уснуть, потому что вы выпили слишком много кофе. Это обо мне. Козлик, ну спой хоть раз. Ну, пожалуйста. Здесь контакты отходят. То есть питание есть у козлика. Ну, просто красиво. А знаете, как по-шведски, как шведы говорят «да»? Вот уверена, вы не знаете, как они говорят «да». Они говорят «да» вот так. Это «да». По-шведски это «да». Начался женский турнир. Так. Это мы поставим на паузу пока. Сейчас я сделаю чуть тише. Майк2622, спасибо за подписку. Так, где наш чатик? Черкасцы. В каком году Big Pool взяла на 113к? В 2015. iPhone X купила? Нет, у меня iPhone 6, и надеюсь, он будет жить еще долго и существовать. И вроде хорошо работает. Блин, эти наушники. Просто жесть. Так. Эх, на каком еще стриме увидишь, как благодарят каждого работягу-фолловера? Через пару стримов этого не будет, наслаждайтесь. Ну, вам виднее. Серега Бендер, спасибо, что подписался. А какие еще, а какие вообще последние достижения? В этом году. Не могу не похвастаться. Салим, спасибо, что подписался. Да, я давно ничего не выигрывала, потому что играю крайне мало. Вот. Чтобы выигрывать, надо играть. Но жизнь ведь не только покер, ребят. Так, а что Бэбэ Таллин написал? Я пропустила это. Убийца надежд? А что он сказал? Так, Амахабот, что за дела? Ты видел, какой-то самозванец занял твое место? Какой денежный вход был на эти турниры? На эти, которые я сейчас играю? Или тот, который я выиграла? Ну, выиграла. Недовыиграла. Вот играю за 16.50 и за 8. Не знаю, вам видно или нет. А тот в Панаме за 2500. На трудельник в Праге или паэлью в Мадриде. Куда быстрее доберешься. Спасибо, Макс, спасибо. А вообще можно и туда, как бы. Ни на что не намекаю. Борьба кофе и сна. Мангуста, какие твои последние достижения в покере? Вчера попала деньги в биг 11. В биге 11, как бы. Для меня это достижение. Этот стрим мне нравится хотя бы за диалог с козлом. Хорошо, что не с козлятами, как бы. Козлик у меня хороший. Так,
Так, так, слоты будут? Я думала, Махабо тут модер. Был неправ, каюсь. Скоро богатый, is now following. Спасибо. Ты сова? Я не сова и не жаворонок, и я вообще, я не знаю кто. Я просто сплю все время, меня невозможно разбудить. Просто. Меня может разбудить, я даже... Ну, тяжело сказать, что меня может разбудить, как бы. Ну, поездка в Мадрид меня точно разбудит. Вот, это я точно не пропущу никогда в жизни, я спать не лягу. Вот. Вообще, было я и... На экзамен было, что я проспала, и... На самолет было, ну не то, что я проспала, я просто проснулась, у меня был билет на самолет, это как раз я из Праги домой возвращалась. Я думаю, блин, так спать хочется, завтра полечу. Вот. Елену Темникову включи, пожалуйста. Я не включаю музыку. По стандарту на всех каналах Модер Амаха будет. Уэлли один, спасибо за подписку. Ну... У меня не Амаха будет, что я могу сделать? Точно не голландцы. Не голландцы? Что точно не голландцы? Прости, я не понимаю. Привет, Мангусте. Привет, iPlay MTT. А, не голландцы так говорят? Ну, так точно говорят шведцы. Может быть, и в Голландии так говорят. Точно не знаю. Сейчас бы в Швецию съездить. Звучит как затяжка. Но не так говорят. Серьезно. Оправдались твои ожидания от стрима, наверняка прокручивала в голове, как все будет. Да, этот стрим мне даже снился. И снился, и... Короче, как это все было? Мне снится, что меня смотрит 300 человек, и я просыпаюсь в слезах. Ну, просто. А оказалось, 300 человек это как бы... Ты супер. Этот стрим сломан, а Маха бот не модер, несите новый. Ты кто вообще? Если что, это не мне вопрос был. Какое кино из последних понравилось? Вчера мне задавали вопрос, когда я последний раз вообще была в кино. В общем, это был «Выстрел в пустоту». Классный фильм вообще, очень понравился. Про тюрягу, правда. Такой жесткий. Что я еще смотрела? Я так мало с этим покером вообще чего не смотрю. Но, слава богу, хотя бы читаю. Вот. Это уже... Прогресс. Амаха бот уже косплеит тип какой-то в чате. Я говорю, у меня много амаха ботов разных. Омаха там разные. В общем. Как начиналась твоя покерная карьера? С чего началась крутиться? С какого момента поняла, что твое? Арафор, что покер это твое? Спасибо за подписку. Началась с покершарк ВКонтакте. Думаю, многих так. Вот, потом я что-то играла, там гриндила, там потратила все лето на эту дичь. Потом мне товарищ один мой сказал, что есть такой чудесный сайт, как Poker Strategy, который раздает стартовые полтинники. Вот, оттуда все началось. Вот. Когда поняла, что покер это мое, это сразу меня так как-то затянуло это все. Вот, ну нравится мне как бы. Покерочек. Как вам мой сет, кстати? Просто я рассчитывала, что я вот начну играть в покер, и через 3 года я уже буду покер-про. Вот, но я не знала, что для этого надо что-то делать, учиться. Я просто думала, это все будет само собой. Оказывается, не все так просто. Так, ребят, мы сейчас будем выигрывать баунти. Jetter One is now following. Спасибо за подписку. Утроение и баунти. Оп. Почти утроение. Эдвин 5 пятерок. Спасибо, что подписался. Ну, наконец-то фишки едут мне. Вот, $12 упало уже. Чудно. К Мише тоже на обряд ходят моды.
Да-да-да, Дана Берглист. Берглист, я не знаю точно, как считается. Да, это она. Ты клёвая, спасибо большое. Сейчас у жены спрошу, может, отпустит Сочи. Так не спрашиваю, я каблук. А Маху играешь или только холдом? Играю я Маху, и 8 игр, и китайский. В общем, все играю. Не играю только этот ваш пауэрап. Так, сейчас я зайду на YouTube. Посмотрю, как вы там. Ставите лайкосы. Сван. Мангуст из Playing Poker. О, 27 человек из watching. Так. Двадцать два лайка. Ребят, 22 лайка — это не дело вообще. Так, ладно, не буду отвлекаться на YouTube. Оля, привет, кого считаешь лучшим игроком в мире после Месси? Из ныне играющих? Или вообще? Мне очень нравится игра Месси. Но Месси — это не человек. А среди людей лучше — это Криш. Так, много ботов в чате. Так, а почему мне не видно чат YouTube? Или он будет позже? Или они... А, позже будет, они же сейчас пишут. Или как? Так. Здравствуй, Ольга, это снова я, Ренат Ляпин. Чтобы ты поняла, что пишу это я, пишу нескольких аккаунтов. Опять началось это? Я не знаю, это Ренат это пишет или не Ренат. В общем, думаю, не Ренат, потому что Ренат не может написать ВКонтакте. Поэтому, пожалуйста, ребят, не пишите это. А вы, кстати, знаете, как правильно? Ну, Ренат, то понятно, Ренат. А есть же имя еще Ренат. Вот, почему так вот по-другому пишется? Так, 2 девятки? Это 3 девятки. Артур мне пишет в чат, что у него девушка не особо отличается умом в плане карт. Они ездят в разные города. Иногда тупит она. Вот. Ну что могу сказать? Если она твоя девушка, значит, тебе нравится в ней что-то другое? Poker is a pain. It's not falling. Спасибо за подписку. Почему наш пауэрап? А я с дебютом каждое утро твой блог читаю по дороге на работу. Успехов на новом поприще. Спасибо большое. Вова, мы что, лудоманы, что ли, в этот пауэрап заливать? Я не знаю, как бы. Я еще не заходила в этот пауэрап, не собираюсь, как бы, пока. Swan like. Сван — это лайк. Привет, Ольга. Открой вкладку, чтобы было видно, на каком-то месте сколько призовых. Так. Ну, блин, тут еще турнир, еще как бы не скоро. Так. У нас тут интересная раздача опять с нашим товарищем. У нас суперкартон. Так. Так, если мы затребетим, он поставит all-in.
Нам надо, чтобы был еще какой-то шаг. Ну, блин, если мы затребатим мало, то он на какой-то фигне закалирует. Так, что там? Лишняя какая-то цифра у меня. Владимир, правка. Сколько у тебя аккаунтов? Оп. Балет. Оп. Оп. Еще один нокаут. Daily Mute. Muted Mic. Спасибо за подписку. Так, тут пора уже ставить. Так. 740 человек, еще идет регистрация. Короче, все еще не скоро будет. Дмитрий Фейс, спасибо за подписку. Отличная замена слота. Чаты же объединить надо. Чаты объединены, вроде бы. Лайков мало, потому что тебя в основном на Твиче смотрят. Чего-то стримит-то начала, пришел, открыл джипси, а ты тут, а спать теперь когда? Ну, чуть-чуть посиди и спать иди. Вот он, slow play, как он есть. Доехал, чувак. Так. От Гантера есть пользу, случайно открыл его стрим, и там в чате пишут, что Монгустик стримит. Вообще, если честно, ну, считаю, что неправильно в этих, в чатах других стримеров писать там, что кто-то другой стримит. Ну, это, ну, некрасиво. Мне Инра за глаза хватает. Инер с утра по мужской линии, тут вечерняя каточка по женской. Инер what? Разные имена, разные народы. Может быть, кстати, логично. Это насчет Ренатов. Ренат и Ренат. У цыган Ренат, наверное. Как Леня и Леонид. Два разных имени. Леня и Леонид — это как раз одно имя. А вот, ну, Лева и Леонид. Сербер Туэлэй, спасибо за подписку. Вы извините, если ваши ники неправильно читаю. Степан Михно, спасибо за то, что подписался. Почему такой мрачный лейаут? Почему мрачный? Просто оригинальный, черный, как мой любимый цвет. Нужно ее девушку понять и простить, это про ту, которая в картах плохо понимает. Зато она, может, готовит хорошо или еще что.
Играешь в Хардстоун? Нет. Это же искусственный интеллект, он быстро адаптируется, так что не беспокойся. Чё, мать, не утомили они тебя тут? А чё щиты никто не поднимает в волынах? Мангустик-то переап? Согласна, мангустик — это самый фартовый человек в жизни, которого вы видели. Так, креветка, это на ютюбе. Турики без щитов не тащатся. Почему столов так мало, ты не особо общительна за столами? Просто я не могу одновременно общаться с вами и хорошо играть там. Вот. Приятного вечера и удачной катки. Удачной катки, спасибо большое. Спасибо за донат. Спасибо, Влад, за подписку. Сиди, пока не отрубишься. Ренат — это татарское имя. Сет зачетный, есть линк на него? Да, наверное, закину в блог. Ребят, Лекс вчера затащил тур, а то я уснул. Я смотрела его немножко. Может, и затащил. Тебе нравится сообщение крупье? Игра теперь идет в режиме синхронных раздач. Это одно из моих любимых сообщений, я вам так скажу. Особенно мне нравится, когда у меня большой стэк. Вот. Я как-то играла один турнир в Компионы. Вот. У меня был не очень стэк, как бы такой. И вот незадолго до бабла, что-то там у меня прошел какой-то блеф, там или карта хорошая зашла, и я просто стала играть просто все тупо подряд раздачи, потому что играли со мной люди преклонного возраста, скажем так, и просто все выкидывали. Просто. И я просто ставила в них олыны, рейзила, короче. Там один раз, правда, попалось, что человек открылся, я ему поставила олын, у меня был туз валет. И он долго думал, это было до бабла, там, один или два человека. Он долго думал и нажал кол. Показал мне туз-король. Конечно, я его ривером переехала. Вот. Ну, просто, что думать, туз-король? Ты собираешься выбрасывать? Выбрасывай. Иначе просто инста-кол нажимаешь, и все. Вот. И потом у меня просто бабл, вот так вот, пылесосила просто фишки, вот так, все сюда. Ну, к сожалению, выиграть турнир не удалось, потому что я блефовала в каре. Вот, а там стэк был больше моего. Так. Всегда говорил, что это МТТ для баб. Вы обратили внимание, что Fermented Horses Urine... Боже мой, как оригинально. Спасибо за подписку. Вот в покер же мало женщин играют. И очень часто девушки доходят до финалок, там, иногда выигрывают турниры. Гранула 777, спасибо за подписку. Вот. Просто как бы женщин-то меньше, но они играют тоже. Будь здоров. Алексек, спасибо за подписку. Конечно, не Анна Покер, но тоже сойдет. МТТ для Лекса. Лекс, прикольный чувак. Always High 87, спасибо, что подписался. О, музыка огонь. Ты там на дискотеке слушаешь мою музыку, Макс? Так, тут вопросы не ко мне пошли. Классика. Как Леонтий и Леонид. Ну, так это же вообще разные имена. Мандрик 88, спасибо, что подписался. Оля, я имел в виду, что там, где чатик Сарзов открыт. Да, я понимаю, мне просто как бы не нравится вот это вот здесь. Но раз ты хочешь, вот пусть будет. Минтон круче Резака. Спасибо за подписку. Минтон вообще топчик. Это просто ради своей безопасности. Тоже не ко мне. Ты МТТшник. And that's all my Russian. А, да? Is only Russian, okay. Лекс Лютер. Так, все, больше ко мне вопросов нет.
Насчет толстовки вы тоже промолчали. На тему 20-10 она будет маленькая, поэтому розыгрыша толстовки не будет. Надеюсь, вы вступаете там в мой клуб «Мангуста». Что-нибудь какой-то турнир замутим? Андрей Самонюк. Спасибо за подписку. А мне нравится сообщение «Теперь мы один на один». And now we are heads up. Это я тоже люблю. А еще я больше всего люблю, когда написано, что вы заняли первое место. Пусть даже это будет спин. And go. Победа — это всегда приятно. И говорят, что выиграть может каждый. Когда уже я выиграю? Так, король 9, будем открывать. Чили. Много цифр. 197, 027. Спасибо за подписку. Видимо, я не вижу тут весь чат. Потому что там мне на YouTube спрашивали про этого человечка, что у него какие-то руки. Нравятся ли мне его руки? А здесь в чате я не видела. Может, я пропустила? Оль, какие мысли по поводу второй половины сезона? Сможет Реал вернуться? Какие мысли? Видела такую смешную картинку. Я ее даже запостила в ветку «Футбол в мире», где Перес пожимает руки Зидану после того, как, наверное, Реал проиграл Тоттенхэм. И Перес говорит: еще пару таких игр и пойдешь на выход. Вот. Но еще как бы там нельзя сказать, что сезон только начался. Он-то уже в разгаре. Ну, надеюсь, это будет камбэк. Что-то, если честно, не очень в испанской премьере Реал выступает. ВЦГ Profit is now watching. Is now following. Это типа смесь ВЦГ Райдера и НЛ Профита? Или как? В общем. Ну, я надеюсь, что Реал вернется. SPRBZ. Спасибо за подписку. В общем, надеюсь, что я поеду в Мадрид. Я буду свидетелем как того, как Реал просто замечательным образом обыграет Барселону. Вот. Барселона сейчас, я не ожидала, конечно, такого. Я думала, что после того, как ушел Неймар, у них все будет плохо. Ну. Я ошибалась. Но я была на Эль Классико в Барселоне этим летом, в августе, то, конечно, матч был огненный. Это просто топчик. Криш вышел, забил, показал торс, удалился. Слава Лала 99. Спасибо за подписку. Блефовала в каре, а он блефовал в Royal Flash. Блин, на самом деле у меня там было Royal Flash Draw. Да. Любчик или Люб 4К. Спасибо за подписку. Да, я открыла туз 9. В общем, там типа короткий стол открыла. И чувак, его звали Жан-Карло. Ему было около 70 лет. Классный чувак. Мы, ну, разговаривали в перерыве до этого. Он рассказывал, что играет в покер. Там он до этого что-то на бирже там работал. Играет в покер 2 года, уже там типа смог выиграть много чего там. В общем, просто чудо флоп. Чудо. Поставлю все деньги. Так вот, по красоте. Так. Что-то не ставится это. Может, не ставится лыну? Так, ну у нас есть десятка, если что. Снова хороший. Не добрала. Вот, это Джан-Карло. В общем, и мы еще с ним ехали в лифте. В общем, и у нас, ну, дружеский разговор завязался как раз, как мы шли на этот турнир. И я решила именно в него блефануть. Ну, короче, там раздача такая. Типа, я открылась. Он ББ защитил. В общем,
и вышел флоп король, дама, валет, все крести, у меня туз крестей, вот, он чек, и, короче, я решила чекнуть, в плане, что если закроется флеш, он никогда не поверит, что у меня, как бы, туз есть. В общем, ну, там свои, короче, были мысли. Короче, я чек, в черн 3, он чек, нет, он ставку, я кол, и ривер еще одна тройка, healthing 86, спасибо за подписку. И ривер еще одна тройка, не закрылся флеш мне. И он поставил, а я типа all-in. Ну там типа придумал, что у меня там full house и короче все такое, в общем. Он просто мне две тройки показал. Хороший ривер. Сыграем еще раз его. Как я здесь оказалась? Ну и все, и больше я теперь флеш-дро не слоу-плею. В общем, такое. Вот, и в итоге он там занял какое-то третье место, а я просто на 11-м финишировала. Ты когда-нибудь засыпала за игрой? Было буквально пару раз, когда с телефона доигрывала. Так, very much, very much. Fermented horse, I see you have problems not only in Russian, but with English too. Варсандр, спасибо за подписку. Это первый стрим твой. Ну, вообще, да, это мой первый стрим. Вчера был тестовый стрим. В общем, есть кто-то, кто не топчик. 18 letter, спасибо за подписку. Да, конечно, все не топчики. Все не топчики, кроме тех, что я говорю, кто топчики. Так, на дискотеке женщина. Я дома сижу, катаю и стрим смотрю. Я ведь сразу сказала, не поехал никуда сегодня. Прости, я пропустила этот момент. Ну, катаешь, это всегда супер. У тебя какой уровень знаний английского? Ну так, не очень. Как вступить в хомку? Ребят, в хомку вступить очень просто. Сейчас специально для вас я зайду и почитаю, потому что я устала вам повторять, где эта информация. Значит, клуб называется Мангуста 92. Его номер 213-51-27. Пароль Пентагон 911, спасибо за подписку. Пароль клуба Killsnake. Killsnake одним словом, вместо буквы S цифра 5. Ну, если вы плохо понимаете, что я говорю, тогда в Твиче информация там есть про Home Games. Там все написано. Так. Что с билдером 33? Не стала играть, потому что играю плохо, не хочу проигрывать деньги. Как научилась играть в покер? Как сейчас учишься, тренируешься? Ну, я отношусь к таким людям, которые учатся, так сказать, на практике. Вот. И многие там всякие штуки, вот я когда-то открыла этого Харрингтона, и он там типа рассказывает там про отложенный кандбет, там, или блефчик рейс, и я думаю, блин, я это все умею. Я сама пришла к этому, как бы. Так, не хочу вот ребейтить, сейчас еще лын меня полетит. Вот. Как работать над игрой? Смотрю видео на Run It One. Вот. Смотрю, ну, что-то там, многие что-то играют так, налево. Вот как играет человек? Просто как он играет? Тайт в агрессивно, сижу с вами, болтаю, не слежу. Ну, баунти небольшой, я не буду. Не буду крутить флопы, черные риверы. Из программ использую Simple Post Flop. Очень хорошая программа, высчитывает оптимальное решение. Вот с постфлопом у меня проблемы. Вот, а там не только постфлоп, разбор игры, еще префлоп. В общем, хорошая, полезная вещь. Что еще делаю? Смотрю свои раздачи в Hold'em менеджере, кидаю их в блог, в блоге их критикуют, в общем, ставят минусы, в общем, все такое. Чат Твича, только чат Твича на экран выводится. А вот Илья По, Алекс Март, Евгений Ефремов. Это люди с Твича? Нет. Это люди с YouTube, как я понимаю. Я же их вижу. Прекрасный голос у тебя, Оля. И с собой не дурна. Тащи нокаут топ-1. Спасибо большое. Будет мастюшка, будем тащить. Так, я закрою это пока. Но Барс на самом деле тоже не все сильно хорошо. Просто со слабыми берут свои очки. Вот ПСЖ удивляет очень. ПСЖ просто
сейчас топ-клуб. Как бы он не выиграл Лигу чемпионов. Я-то рассчитываю, что Реал выиграет. Вот. Но ПСЖ супер. Там я смотрела Кавани, Неймар и Мбаппе. Они просто забили там что-то за сезон этот, который вот только начался. Ну, нереальное количество голов. Просто. Мбаппе ему сколько? 18 лет? Вообще сумасшедший. Так, кто твой любимый онлайн и офлайн МТТ игрок? Ну, тяжело сказать. Прям любимый. А мне нравится очень Давиде Китай. Просто человек играет как бы в свой покер. ГТО? Не, не слышал. Просто там надо алын поставить. Он бывает блефует, потом его блефы перекручивают, и он потом еще калирует, и еще и старше оказывается. Просто чумачечий. Вот. Классно играет Женя Качалов. Реально игрок супер уровня. Твистерой, спасибо за подписку. Много кто хорошо играет. Просто есть люди, которые там на шаг или на два шага впереди. Вон этот такой бородатый Доминик Ницше разрывает просто. Просто разрывает. Ну, надо еще, чтобы складывалось как бы. Вот. Привет, красавица. Интересный женский контент о покере. Так держать. Привет, Алекс Март. Спасибо, очень приятно. Будем выигрывать женский турнир, раз это женский контент. С таким составом чего удивляться. Да, состав ПСЖ, конечно, топовый. Ну, ребята тащат, как бы. В женском турнире не складывается пока. Чувак, блядь, 70 лет старый пердет. Но это не мешает ему быть чуваком. Исао, спасибо за подписку. Мальчик уже на стриме сидит тихо и молчит. Привет, мальчик. Сколько иностранных языков знаю? В совершенстве практически, можно сказать, ноль. Ну, говорю по-английски, немножко по-немецки. По-украински. Да, вот Евгений Ефремов скинул код приглашения. Killsnake. Мангуста 92. Вот, Мангуста 92, заходите, я всех добавлю. Турнир что-нибудь придумаем. Оля, привет, извини за нескромный вопрос. Я друг Евгения Шины. Ты знаешь его? Да, я его знаю. Передайте ему привет. Донейт. Вот из донейт. Так, карта везде зашла. Так. Так. Вот сейчас будет просто топ-музычка. Ну, Юнайтед в прошлом году. Квага, спасибо за подписку. О, два алына. Ну все, реентри уже нет, ребят. Надо выигрывать. Ну вот, женский турнир просто. Два раза ривером. Так, ладно, клоуз. Так. Шведа этого будем обыгрывать. Что делать? Алын надо ставить. Кол? Туз дама? Ну дай короля. Кресту. Просто... Ладно, при своих остались. Блин. Ладно, монетка не зашла. Так. Попробуем, в общем, включить еще раз холд менеджер. В прошлом году тоже в порядке был состав, но как-то не очень показывали игры, да и Сити несколько лет назад. А ПСЖ прям сразу быка за рога. Ну, у Ман-Сити-то Гвардиола сейчас есть. Лол, я думал, сегодня суббота, во крыша едет. Сегодня пятница, ребят. Просто я с Ютуба смотрю, тут про Хомку ни слова, добавь описание. А, Илья, хорошо, добавлю чуть позже. СРС, бизнес, спасибо за подписку. Нейк, Снейк, много скрытых символов. Нет, просто... Подумала, может, этот. Ну, надо цифры какие-то в пароль, чтобы не сильно просто было. Оля, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, где сейчас живешь? Живу в Сочи. В замечательном городе Сочи. Кавань, кстати, прошлые года не показывал себя, а сейчас его Неймар и Мбаппе подстегнули нехило. Очень раскрылся, прям радует. Да, главная компания, главное окружение. Замечательное трио. Не нужно сравнивать чемпионат Франции с другими топ-чемпионатами. Но самый как бы интересный чемпионат — это
чемпионат Испании. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Как бы английская премьер-лига, это как бы окей. Вот. Но все равно весь экшен в Испании. Конфетка, привет. Привет. Привет, привет. Как музычка, нравится тебе? Блин, Козлик, ну сыграй, пожалуйста, спой нам песенку. Все, короче. Финита ля комедия. Он еще иногда раньше включался, сейчас вообще перестал. Хотя он у меня воспитанный мальчик. Вот как выключиться, он может. А как спеть, нет. Ну, в общем, вы поняли, у меня просто топовый козлик. Inner Psycho. Спасибо за подписку. Inner, кстати, на меня подписан. Поэтому это не настоящий Inner. Но может, кстати, тот Inner не настоящий. 20 фишек PSV, говорит, остались. Ну, я рассчитывала 2 нокаута взять. Может, один раз флеш-то ехать, не? Вот здесь. Ну, существенно, чтобы за плюс считать. Ну, согласна, плюс играли. Но хотели-то все забрать. Вчера мне задавали вопрос, какой самый большой выигрыш у меня был в сундуках. Ребят, я не знаю, у меня какой-то супер плохой аккаунт, но самый большой мой там сундук, где там было, это $3. Зато есть у меня один товарищ, которому 2 раза выпало по 500. Что-то там 500 с копейками. Биг Джо, спасибо за подписку. Илья Ещенко, спасибо, что подписался. Так, ребят, короче, давайте выигрывать вместе этот турнир. Ну? Покерные боги услышали меня. Сразу картон подходящий. Вот вечные споры, что лучше, АПЛ или Премьера. Я бы посмотрел чемпионат, где топ-10 Англии и Испании играли вместе. Что это? Миша UA, спасибо за подписку. Меня ведут, я не знаю куда. Человек ставит 3 улицы, получает алым и думает: друг, чем ты ставил? Красавчик, что сказать. Вот люди любят меня слоу-ролить. Ледуш, спасибо за подписку.
Так. Испанский самый сильный чемпионат. Английский самый зрелищный. Гаси Мочи. Спасибо за подписку. Экшен между тремя командами не тянет на топчик. Парковани Глор написал, что ли? Он себя в Наполе очень хорошо зарекомендовал, поэтому его и ПСЖ купил. 400 чек, первый стрим, молодец. Интересный матч Барселона-Бетис, пойду посмотрю. Inner what? Я не настоящий. Да, у Иннера ник Иннер. Прикольно, передавай привет. Вчера с братом Алексеем виделись, пускали дым в небеса. А, с Алексеем, о, передам обязательно. Это как настоящий Иннер, это настоящий. Lake03, спасибо за подписку. Я же говорила, аудитория еще до стрима есть. Но я сегодня зашла там что-то потестить, что-то там, просто в чат написала, типа там, алёсики, вот. Пару ребят отписала. Колхозный капер, спасибо за подписку. Козлик поет. Ну классно же пел. А бабак больше всего в чемпионате Китая. А бабок. Да. Стасик? Да, это про Стасика было, что ему выпало пару джекпотов. Холды менеджера надо покупать, подскажи. Да. Холды менеджера надо покупать, и, по-моему, можно использовать один на два компьютера. Но я точно не уверена вообще. Ну, по-моему, два ключа. У меня с моего АКа сундуков, который за 10 очков выпадало по 3-4 бакса, пришел к другу в гости, депнули 20 баксов, с первого сундука дало 100, где справедливость? Вообще справедливости нет. Как-то. Вообще нет никакой справедливости. Причем везде в жизни. Так, это чувак, который лимпит все подряд. Я его помечу дурачком. Лимпить нельзя, ребят. Лимпить можно только в коротких стеках. Он просто open лимпы постоянно делает. И вообще он меня это заслоуролил и... Ну, не перефлопал, а перериверил. Короче, такое. В общем. Будешь у меня зеленым. А итальянский чемпионат самый страстный, там играет от души. Да? Можно и так сказать. Итальянцы, они вообще очень эмоциональны. Там просто постоянно. Постоянно. Пол, завод. Спасибо за подписку. Там просто постоянно что-то происходит. Там ты сидишь в кафе, ты наблюдаешь там. Семья сидит в ресторане, к примеру. Ну, в этом же кафе. Хьюманок, спасибо за подписку. Они сначала поссорятся, потом помирятся, потом полиция приедет, они обнимутся, потом опять рассорятся. Ну, короче, ну, очень эмоционально. Ну, и постоянно там активная жестикуляция, там, знаете, вафанкула их не постоянно. Ну, Италия! Белла! Италия, кстати, одна из моих самых любимых стран. Может быть, даже самая любимая. Так, что-то дальше. Ты знаешь значение слова «глор»? Я болею за «Реал» 14 лет, за «ПСЖ» прошлые 2 года следил немного. Кавани заиграл сейчас намного круче, чем в те годы. Но обычно это говорят, типа, «Барса глоры». Вообще, самые ожесточенные споры — это между фанатами «Барса» и «Реала». Где восьмерка, алё? Оль, занимаешься каким-то спортом, физкультурой, йогой, etc.? Нет, к сожалению, нет. Не занимаюсь. Даже в тренажерку не хожу, просто. И самое интересное, что ем все подряд просто. Просто такой этот куколок фартовый. Как так можно? Пересадили. От кукол до меня. Думаю заняться каким-то спортом. Ну, в смысле, зал пойти записаться. Но пока все только мыслим. Биг Джо 342. Был один Биг Джо, теперь второй Биг Джо. Спасибо, что подписался.
Здорово, Мишань. Чатик, это не настоящая Оля. Бендер 4Т. Спасибо за подписку. Вот придет тот настоящий иннер, он тебе покажет. Нас не обманешь. С каких пор на Твиче ники можно писать кириллицей? Это, наверное, с Ютуба. Мы все знаем. А по писота у тебя растет капец просто. Че, прям сильно? Сильно растет? Можно крякнуть и скачать хэм, как я. Да, можно и хэм скачать, крякнутый, и этот покер-трекер, но я вам этого не рекомендую. Во-первых, не будет работать должным образом, а во-вторых, уважайте труд разработчиков. Follow ticket, спасибо за подписку. Чатик не проведешь, давайте нам настоящего иннера. Да иннер отдыхает уже, там, своими делами занимается. Это на YouTube подписались. Так, ютубовские. Ну да, на YouTube можно писать кириллицы. Так, а с кем ты там в Сочи живешь? У тебя парень покерист? Опустим вопросы личной жизни. Все в порядке у меня с ней. Окей. Она со мной живет в Сочи, я тоже тут живу. Хорошо, что я сейчас узнала. Нет, не покерист, а олигарх. Так, Миша Иннер хотел сделать приятно стримерше, подписался, а его даже не признали не настоящий. Обидно, наверное, даже Миша, но смешно получилось, ха-ха. Говорят, Иннер не настоящий. Блин. Иннер, это мой стрим. Чатики настоящие. Чатики настоящие. Зеленский, спасибо за подписку. Бафанкулу и канапе. Все, что я знаю по-английски. По-испански. То есть по-итальянски, господи. А чао, чао, рагацци, это. И привет, и пока. Чао, Белла, привет, красотка. Беллиссима, это очень красиво. Граци, спасибо. Граци милле, большое спасибо. Тут хотя бы итальянский со мной подтянете, что ли. Вафанкула лучше не говорить. Так. Конечно, знаю. Я думала, что ты человек, который болеет за ПСЖ последние 2 года, поэтому и написал, что Глор. Можешь посмотреть статистику Кавани за Наполи, он забивал очень много, так что про то, что он раскрылся в ПСЖ, бред. Вот и что вот делать с этим лимпером, когда у тебя карманные восьмерки? Ничего, тоже лимпит, что делать? У нас весь за спиной весь стол, а у него... Лайк, соу, спасибо за подписку. А у него тупара оказалась в итоге. Ты знаешь значение слова куколт? Нет. Я думала, что это куколка. Иди. Фулбастер, спасибо за подписку. Оля, привет, отличный стрим. Спасибо большое. На играх каких команд была? Какие чемпионаты? Какой матч самый запоминающийся? Удачи во всех делах и особенно на Ривере. Спасибо большое. Так. Ну что, была на играх... Так, подождите. На играх каких команд футбольных была? Была. Ну, из украинских. Динамо Киев, Шахтер, когда играли. Кривбас, что там, Черкасы, ФК Днепро. Потом какие-то еще мелкие какие-то игры. За Барселону болела пару раз. Валенсию, Реал. Какой матч самый запоминающийся? Какие чемпионаты? Ну, чемпионаты понятно какие, да? Самый запоминающийся? Ну, Барселона-Малага. Пару лет назад я была. Просто мы с другом поспорили, как бы... Я за Малагу топила, а он на Барселону много вгрузил. И что-то там... Он этот... Он грузил много на Барселону, еще и со мной, типа, поспорил. И Барселона что-то играла 0-0, это на Камп Ноу было. И этот... И он говорит, ладно, слушай... Давай наш, короче, спор с тобой отменим, как бы, потопи, пожалуйста, за Барселону. У меня просто ставка там большая, в общем. А я мне все равно буду болеть за Малагу, ну, только не за Барселону, потому что я как болельщица Реала. Вот. Последний матч, на котором была, вот я уже говорила, Эль Классико в августе. 3-1 был счет, да, еще и пенальти левый поставили. Не могу прочитать ник, ну, в любом случае, спасибо за подписку. Вот.
И этот матч был самым запоминающимся, да. Потом даже в повторе его посмотрела. Меня слышно нормально? Так, что дальше? Сколько стоит холд менеджер? По-моему, около $100. Я не знаю точно. Если это троллинг, то он определенно удачный. На меня просто подписался какой-то иннер до этого. А еще потом подписался вот сегодня иннер Сайхо или Психо, как он читается правильно. Вот. Я не знаю. Я не думаю, что иннер смотрит мой стрим. Вот. Как бы у человека должны быть дела поважнее. Кстати, напиши, плиз. В чат написать. А я вот не буду вам писать, как называется этот сайт, чтобы вы приходили ко мне его слушать. Сибербак, спасибо, что подписался. Так, ребят, скоро будем стрим как бы наш закруглять. Вот. Спать пора так-то. Хэк Тим Про, спасибо, что подписался. Оль, если ты до сих пор не поняла, то это реальный стример. Это реальный иннер. Привет, реальный иннер. Привет, нереальный иннер. Привет всем иннерам на свете. Вот. Can you show us your t-shirt? Sure. Hope you liked it. Так. Кто такой Иннер? Иннер — это топ-стример. В Афанаполе слышала? Нет. Я ругательский итальянский имею в виду. Вот оно что, Михалыч. Ну, вообще, иностранцы, когда изучают иностранные языки, ну, иностранцы изучают иностранные языки, что за бред? Иностранцы, когда изучают русский, в первую очередь они узнают о русском мате. Вот. Точно так же и когда вы учите какие-то иностранные языки, вы обязательно знаете какие-то плохие слова, в общем. А надо-то хорошие слова знать, там, привет, спасибо, там, не бейте, я русский, как-то так. Так. Не похоже на троллинг. Никто никого не троллил. Как называется канал на YouTube? Просто Ольга Ермольчева. Ну, по-английски написано Ога и Ермольчева. Так, да, Оля просто не факт на Твиче, разберется со временем. Топ-музычка. Спасибо, ребят. Да, все понятно. Отписка — это такой секрет, пипец. А чем стрим? А чем стрим? Будем футбол обсуждать? Отписка, боже мой. Так, а почему, собственно, нет? Не помню, о чем уже был вопрос. Могу за десятку скинуть HM2. Ребят, не надо так. Не надо так делать. Так. Так. Give me hope, fish. Спасибо, что подписался. Так, зайдем пока в блог, почитаем, что вы здесь пишете. Так, в блоге ничего интересного не происходит. Я с вами поделюсь мыслями насчет блога. Я, ну, читала многие блоги, и в том числе женские, особенно перед тем, как завести блог. И
Я думала, что мне придется там отбиваться от троллей. Вот. Мне пишут, что это иннер есть. Прости, Миш. Просто на меня раньше подписался обычный иннер. Ну, просто иннер. И я это всем. О, на меня иннер подписался. Вот она, слава, знаменитость. Знаменитость, слава, известность, в общем. Вот. В общем, неловко получилось. Ладно. Так о чем это я? Про блог. Вот. И я просто думала, вот я заведу блог, мне там постоянно кто-то будет писать, постоянно там будет мне там что-то и хорошее писать, и плохое. Что вы думаете? Завела я блог. Мало того, что мне пришлось людей попросить, чтобы они там что-то написали, просто силой я заставила, говорю, зайдите, пожалуйста, напишите что-то. Вот. Так бывает просто я... Капстер, спасибо, что подписался. Бывает, если я ничего не пишу, то не будет вообще никаких новых сообщений. Ну, в общем, это меня очень удивило, как бы. Что еще? Иннер — это настоящий. Блин, ребят, я уже поняла. Мне не надо по 10 раз объяснять. А иннер-то настоящий. А, кстати, почему вы ничего не сказали про него, вот, про козлика моего? Почему вы промолчали? Он пел, старался, с 10-го раза включился, или со 110-го. Вот. И что в итоге? Так. Вот, это все мои трофеи. Вот. Такие вот дела. Сиагал. Спасибо за подписку. Так, тут, конечно, мы неудачно вот сыграли. На предыдущем столе. Ну, Liz Blinder есть. Так, что тут, скоро тайм или нет? Нет, не скоро. Не скоро. Cross the river. Пуля дура. Привет. Все. Так. Зачем я это смотрю, Николай Питерский? Я не знаю, зачем ты это смотришь. Мне точно так же, алло. А что, так можно было по поводу? I would ask, what's your favorite team, but I will do not ask, I have the answer. Yep. There is no need to ask. But you can ask who is my favorite soccer player. But I think you guessed already. Видите, тут человек сидел, все лимпил. И еще один человек сидит, все лимпил. Еще и в очка. Так, ладно. Заблокирую его. Майкл Джексон. Ладно, этого не буду блокировать. Это кто? Тоже на всякий случай закрою. Эти пусть будут. Не пейте русский. Не бейте русский. Оля, регулярно планируешь стримить? Сергей Тян. Спасибо за подписку. Сергей Тян, а ты знаешь, что твоя фамилия очень популярна в определенных кругах? Тян. Тян. 535X BMW подписался. Спасибо за подписку. Возвращаясь к вопросу о регулярности стримов, я не знаю. Я уже говорила, что как мне в голову придет, могу стримить, могу не стримить. У меня такое переменчивое настроение. Типичная женщина. Так. У Иннера не растет борода. Мангустейшая, создай ВК, канал для стримов, кому-то будет полезен. У всех есть. Я знаю, надо создать группу ВКонтакте. И там розыгрыши всякие устраивать. В общем, народ это любит. Топ-пара. Burn that t-shirt. Oh my gosh. Oh my gosh. Never. More. Next stream and one more stream I will be in t-shirt of Real Madrid. За Реал и двор стреляю в упор. Мадрид, чтоб чальство рыба. Спасибо большое за донат. Спасибо за подписку.
Так. Андрей Стрельцов. Андрей Стрельцов, что-то мне подсказывает, что ты из Беларуси. Спасибо за подписку. Воскресный матч смотреть будешь? Главный матч осени. А Барса будут раскладывать на что-то. Может, если до воскресенья доживу, там смотреть буду. У него дела поважнее, он уже ушел. Кто ушел? Я думал, Иннер про игрок, оказывается, он про стример. Одно другому не мешает. Прости, Миш, у тебя должны быть дела поважнее. Дуфака макафака. Боже мой. Что это за ники? Объясните мне. Что это? Спасибо, что подписался. Иннер, ну вот если ты на моем стриме, ну давай подсказывай, что делать, объясни мне. Так, тоже выгрустнул от этого. Так, Иннер, не грусти. Так, козлик топчик, спасибо. Ну хоть кто-то поблагодарил моего козлика. Так, у Михи козлика нет. Так, ребят, у нас стек не очень. 10-3, как бы. Вообще надо доставлять, но фишки очень дорогие. Поэтому Сашка сейчас subscribe. А что, можно еще и subscribe? Я думала, что только following. Ну, спасибо в любом случае. Так. Remember is now following. Спасибо. Так, у нас 30 блайндов. 30 блайндов? Боже, у нас меньше, чем 30 блайндов. Уже блайнды выросли. И у нас 2 гроба. Творог 2754. Спасибо, что подписался. Вот сейчас выброшу, и у меня... Так, будем смотреть джекпот? Ну, давайте посмотрим. И у меня будет сет. А не выброшу, сета не будет. Сейчас я вам докажу это. О, оказывается, я тоже умею ошибаться. Я оказалась не права. Так, ну что тут джекпот? А, через 30 секунд, ладно. У нас тут поважнее дела. Отложенный чекрейс. Эй, алло, ставьте уже. Просто я планировала собрать 2 баунти. А в итоге что? Great match, спасибо за подписку. Просто. Зачем заходила? Так, смотрим джекпот. 2 валета. Ну, по-любому 500 баксов упадет. Инфа сотка. Просто мангуст — великий предсказатель. Блог на Джипси, в описании ссылка. Привет, удачи с первым стримом тебя. Спасибо большое. Оля, это тот старый микс играет, под который мы когда-то катали в Киеве? Что-то знакомое. Да, это тот микс. И сейчас будут слоны. Думаю, ГТО с батарейками не поможет уже. Джеймс Чик. Спасибо, что подписался. Привет, сколько столов играешь? Козлик топ. Спасибо. Спасибо, я очень рада, что вам понравился мой козлик. Вот, козлик у меня действительно очень хороший. Вот. На сколько столов играю? В данный момент играю один стол. Вот. Выигрываю турнир и спать иду. Так-то поздно уже. А у меня спортивный режим. А вообще играю 6, 8. По-разному. Ты очень закрытая и неискренняя. Неискренняя. Постоянно увидишь от ответов. Так не пойдет. Что я могу сделать? Не пойдет, не побежит, не полетит. Как бы. Это как говорил Андрей Аршавин. Ваши ожидания — это ваши проблемы.
Козлик жизни. Козлик. Привет, а почему мангостик? Так. Что ты за флоп? Спасибо за подписку, Василий. Митя, спасибо, что подписался. Ну что ты рейдишь? Что ты рейдишь? Что ты рейдишь? Ридик, спасибо за подписку. Почему мангустик? Давно еще до покера. Так меня мой называл парень. А про козлика не сказали, потому что ты попросила свою личную жизнь обсуждать. Ха-ха. Человек первый раз стримит и сразу 400 человек. Как она может сразу быть идеальной? 400 человек? Где текущее место знать, а что там справа коробка? Коробка? Какая коробка? Каспер, спасибо за подписку. Так, мы на 261 месте. В игре 345 человек. В призах 234. До денег еще как. До Киева вы знаете как. Это не первый стрим так. Да, это мой не первый стрим. Мой первый стрим был вчера, он был тестовый. В каких это кругах? Андрей Тян. А, Сергей Тян, сори. Ну, Тян, ну, не хочу тебя посвящать. Есть, короче, группа даже такая. Алын, Алын. Блин, Майкл Джексон, Алын. В общем, в определенных кругах, хотя, это есть такое слово. Привет, какие будут наставления начинающему МФТшнику? Играй по карте. Так, Артур Феномен. Спасибо за подписку. Тайлер тоже не настоящий. Андрей Стрельцов, Тайлер РМ. Тайлер подписался. Тайлер из Панамы. Сам Сузао, спасибо за подписку. Задержка не очень будет. Ну. А как без задержки? Тильтовать по столу кулаком бить. Поросяту по баксику норм совет будет. Андрей. Скоро Стрельцов. Я не инер, но запускаю Zoom 500. Неправильный фолловинг отображается. Надо, чтобы за $5 все подписывались и тогда отображались. Ребят, подписывайтесь просто так. Ну, блин, говорить спасибо за бесплатно. Оль, фолловинг это бесплатно, сабскрайб это за деньги. Да, понятно, карикатура, спасибо за то, что ты мой подписчик, но просто я не выставляла платных подписок. Я не знаю, куда вы платите деньги. Привет, какие книги читаешь? В данный момент читаю две книжки. Профессор НЛ Хей. Профессор НЛХ, наверное. Спасибо за подписку. Читаю Федора Достоевского «Идиот». Ну как читаю? Прочитала 13 страниц. Очень так плохо идет. И читаю детектив. Я не знаю, как автора правильно назвать. Юнес Бё или Ю Нес Бё. Ну, в общем, зовут его Ю, фамилия Нес Бё. Вот. И это детективы. В общем, «Красная шейка» сейчас читаю. Вот еще Эрих Мария Ремарк читаю, но это как настольная книга у меня. «Триумфальная арка» там, или «Три товарища», или «Жизнь взаймы». Так. Ванга. Капец, взяла чуваку джекпот, сорвала, видимо. Ребят, ну вы такие наивные, ну просто. Вроде взрослые люди, а в сказки верите. Какой джекпот? Какой джекпот? Отличный стрим, интересная, эрудированная, позитивная девушка. Удачи and keep going. Боже, получилось притвориться. Спасибо. Ты спортсменка? Я люблю спорт смотреть. Как найти тебя на Джипси на Ютубе? На Джипси. Заходите на сайт gypsyteam.ru. Вот. Там есть блоги. Слева внизу топ. Топ 25 или топ 20 тем. Как правило, там мой блог где-то там мелькает. Где-то вот, в общем, есть. Мой блог называется «Хватит катать вату». Или «Мегуста мангуста».
Вот. Так вот он называется. На YouTube мне найти Ольга Ярмольчева. Ну и вообще Google знает обо мне все. Просто вбиваете Ольга Покер, по-английски вбиваете, по-русски, там, я не знаю, по-украински, выдаст сразу, там, что тренер поздравил Ольгу Ермольчеву, что Ольга топ-модель, что Ольга топ-покеристка, что Ольга, короче, ну, просто, ну, много всего там написано. Так. А, спортивный режим прям как у Фимы, одни спортсмены вокруг. Monkey shit. Если ты не занимаешься спортом, не мешай другим хотя бы делать вид. Привет, ты регуляр? Нет, я скорее рыбуляр. Вот. Фарту масть я уем. Спасибо. Шалом, Нига. Шалом, Нига? Специально зашел на YouTube, лайк поставил, ты рада. Спасибо. Оля, какой любимый автомобиль, какой бы себе хотел? Ой, послушай, я знаю, что ты ждешь, когда я выиграю main event WSOP. Push me, please. Спасибо за подписку. И подарю тебе BMW. Обещаю, так и будет. Вот. Много машин хороших, как много футболистов хороших. В общем. Артур, спасибо за подписку. Когда-то хотела себе Range Rover. Потом поняла, что Range Rover это дорого. Ненужные понты, как бы. Первая моя машина была Toyota. Степан, спасибо за подписку. Потом я пересела на более бюджетную Mazda 3. Вот, и как бы меня вообще абсолютно все устраивает. Ну, от Bentley отказываться не буду, если что. Посоветовать можно много чего. Follow alert меньше размером и меньше внимания. И с твоим количеством зрителей follow будет многовато, и это будет надоедать. Миш, ну сказали читать, я читаю. Чат надо... Рутони лучше. В этом смайлы кривые отображаются. И Кавс, спасибо за подписку. Ничего, что я так перебиваю, перескакиваю с одного на другое. Бота сделать понежнее. Он на меня агрился за 3 смайлика подряд. Да, он у меня совсем не нежный бот. Чат не обязательно читать, как весь Google робо-женщина. Можно читать только то, на что планируешь ответить. Ну, еще надо начинать уже бить стол и материться. Индер сказал бить стол и материться. Так надо бить стол и материться. Спокойной ночи, хороших выходных. Дякую, Богдан Трищ. Привет, ты откуда? Ну, типа, мне надо ответить, я с Жипси или... или откуда? Вообще, я из Черкас. Так. Так. На что планируешь отвечать? Я думала, все надо читать. Мы тут сидим только потому, что она... людям уделяет внимание. Ну, а если я не буду им уделять внимание, кто им будет уделять внимание? Реми Панк, спасибо за подписку. Спасибо, Миша. Кстати, ну, очень полезные, как бы, советы. Ну, я только начинаю, как бы. Я говорила все так. Пока все так, не очень. И вообще, ребят, я планирую на стримах выигрывать турниры. Вот. Поэтому на чат буду меньше отвлекаться, это действительно так надо, и больше буду смотреть сюда. А то просто сижу, карты выкидываю, у нас уже 20 блайндов, вот 2 девятки раздали. Ненастоящие. Ненастоящие 2 девятки. Недавно захотел зарабатывать покером, с чего лучше начать? Шалом, Нига. Лучше начать с теории. Вот. Так. Лучше начать с депозита. Ребят, ну чего вы так сразу? Почему билеты на футбол стоят столько же, сколько моя операция по увеличению чего-то там? Что это за матч такой? Это матч Барселона-Реал, или Реал-Мадрид-Барселона в Мадриде 23 декабря. Билеты просто, я не знаю, почему такие цены. Тихкал 87, спасибо за подписку. Он у вас большой этот человечек, да? Поменьше его сделать. Сделаем. Билеты очень дорогие. Я, ребят, не знаю, почему такие дорогие билеты. Я зашла посмотреть цены на билеты. У меня как бы день рождения, там немного незадолго до этого, и думаю, подарю себе поездку в Мадрид, вот, на футбол. Я просто, я люблю Реал Мадрид, а вдруг этот там Криш мне футболку подарит там или еще что-нибудь, вот. Зашла билеты посмотреть, я просто офигела, просто $627. Я не знаю, сколько мне надо сидеть, тут эти МТТшки тащить, или, я не знаю, там, идти учителем работать, чтобы один раз ездить на футбол. А жизнь-то короткая, как бы, хочется по красоте жить, правильно?
Андрей Коржан, спасибо за подписку. Так это я еще даже там не самые крутые билеты смотрела на минутку. В общем, ну, вы поняли, короче, жизнь несправедлива. Home Games в клуб заявку кину. Касмер, добавлю обязательно тебя в заявку. То есть не в заявку, а в клуб чуть позже. Да не читай ты эту чушь, ремарк, лол. Можно вставить ремарку? Как бы каждый читает, что он хочет. У ремарка одна проблема, что он пишет об одном и том же. VCR 153, спасибо за подписку. Так, ребят, у нас удвоение. Так, у нас удвоение. Можно сразу пуш здесь играть, можно рейс. Можно рейс, а тут пуш. О, сейчас баунти выиграем. Здесь тут валят. Давай, выкидывай. Ну, может, на фигне в коле туз 2 калиры. Ладно, туз 10 кол. Туз 10 кол. Айкол. Оп. Сразу меня поставили на место. Выиграть алын. Так вот, ремарк пишет, у него такие как бы там... туберкулез, несчастная любовь, в общем, у него такие все темы как бы жесткие, ну и часто они там пересекаются, но все равно мне нравится Эрик Мария Ремарк, поэтому я буду читать. Они спрашивают тебя, мангустик, как поднять бабула, а зима три топора. Оп-оп, игра пошла, нажала пробелы бразильская смакака ловит гадшот, оп-оп. Спасибо за донат. Настольная книга. Читала Александра Дюма? Три мушкетера читала. Так, уже сайт Gypsy Team. Ну, не знаю точно, как правильно. Библия читает, надо просвещаться и молиться, ибо ты грешница. У, злой бот. Можно еще развалиться в кресле и хаять Gypsy Team с Семиной и бомбить от каждой раздачи. Тоже топ-контент. Ну что, прямо так сразу? Миша, ты понял, как быть работягой простым? Оля, почему Реал Мадрид? Потому что мне очень нравится Криштиану Роналду. Я болею за те клубы, где играет он. Я болею за сборную Португалии. Я болела за Манчестер Юнайтед. Но когда он в Спортинге играл, я не знала, кто такой Криштиану Роналду. Так. Оля, просто говори ссылки в соцсети в описании стрима. А, говори ссылки на соцсети. У меня есть на Твиче, есть прямые ссылки. Так. Ты от футбола прям тащишься? Михаил Никифоров, спасибо за подписку. Comedy Club смотрела про женщину, которая в футболе разбирается. Ты кто? Я на тебе женюсь. Не смотрела. Я Comedy Club не смотрю. Вот. Как от футбола тащусь? Ну, смотрю. Вот, Формула-1 смотрю. Мне, кстати, Формула-1 сегодня снилась. Типа я пришла на... там, сижу, короче, на какой-то трибуне, там, не топовой. Вот. И что-то подходит какой-то журналист, спрашивает, спасибо за подписку, Кунгу Будова. За кого вы болеете? Я говорю, я пришла посмотреть на Данила Квята. Ну, это известный русский гонщик, короче. А мне журналист говорит, Никита Кавка, спасибо, что подписался. Он говорит, его уже давно попросили, как бы, из Формулы-1. И для меня это было ударом. Вот, в общем, такое. Моды за бубенти команд. Миша, ты с кем только что разговаривала? Де живеш? Де ти зараз саме знаходишся? Живу у Сочи, знаходжусь в апартаментах в місті Естосадок, горкий город. Це Краснодарський край, Росія. Там я і знаходжусь там. Так, з ссылками. Твой фанат после унижения Урбанович. Ну, разве это унижение было? Разве это было унижение, ребят? Так, что там, когда уже ИТМ? Так, ИТМ скоро, ребят. Одна удвоежка, и мы в ИТМе. Нужно начинать тренировки по стримерству. Да, я бы взяла тренировки. Просто я считаю, что если что-то делаешь, то это надо делать либо хорошо, либо не делать вообще. Так, Иннер злой удалял из хома своих подписчиков. Ставлю 1 ЕС, что ПС уберет
его через полгода. Но если Песа через полгода не станет, тогда его уберут. Иначе никак. Цензура лютая. Ну, извини, у меня такой найтбот. Вот он. Может, это билеты прямо на поле с пацанами бегать? Я бы с удовольствием побегала. Я бы с удовольствием побегала бы с ними там просто. Первое, что бы я сделала, это я бы дала пинка под зад Бензиме. Просто. Что ты делаешь в реале вообще? Бензима, алло, слушай. Днепр 76-76, спасибо за подписку. Потом я дала бы 5. Луки Модричу. Начо. Особенно мне очень нравится Марсело. Просто его вот эта вот прическа, ну просто сувак, чувак супер позитивный. Потом, что бы еще, сфоткалась бы с Зиданом. Вот. В общем, много дел бы у меня было. Но, к сожалению, дают только какие-то 2 несчастных билета. Причем еще и не в самом центре. Сейчас, пацаны, сейчас будут слоны. Вот сейчас я чуть погромче включу. Сейчас слоны придут. Короче, немножко слоники побыли. Porsche 20 и Black Sun. Спасибо, что подписались. Хорошо сказала, жить надо по красоте. Роман Цирко, спасибо, что подписался. Красиво жить не запретишь. Плохо не заставишь. Мишань, возьми под свое крыло, помоги Оле настроить стрим, чтобы топчик, как у тебя. Утром будем Миннера смотреть, а вечером Мангусту. Блин, мне даже неловко. Где Иннер? Где я, ребят? Иннер Псайхо или налоговый инспектор? Мишка, мы все о тебе знаем. А ты на стриме дурачка можешь включать. Общий твой баланс в полям угадал? Сергей 777. Спасибо, что подписался. Я Иннера видела, кстати, один раз в жизни в Сочи. В Сочи был, там что-то жаловался, что Алым поставил на 2 восьмерках в СББ. Мимо там, спокойно. Спринт 5691. Спасибо, что подписался. Так, сейчас бы НЛ 100 с 2 лямами БР катать. Рублей? Какие критерии? Ну, думаю, 1К для зрителей, для ПС там мало. Иногда катать. 3К зрителей надо. Думаешь, из-за БР спустился? Инерси. Кстати, есть такая замечательная программа, называется Simple Put Flow. Если вы ее будете покупать и укажете там что-то типа бонус-код или что-то там inner, то вам дадут 10%. Вот. Скоро и будет код от Мангустика, я надеюсь. Если, конечно, Симпокер сделает мне такую вот штуку. Так, 1К норм. Так, на тебе виднее, очевидно. Так, что банкрол? Что тут кидаете? Кто нравится из пилотов и команд в Формуле 1? Я болею за Феррари. Так, Иннер. Че так агришься на вопрос, Иннер? Мне меча не хватает. Да унята в чате быстро начинает напрягать. Блин, я хотела у тебя посоветоваться, как бороться с хейтерами. Просто мне казалось, что ты вот, точно знаешь ответ. Вот. А ты на да унята обижаешься. Ну, банить надо, чупик. Так, а за Черкаса что я говорила? За Черкаса говорила, я там народилась. Черкаса — це супер місто. Так. Где там молодой человек? Спит, наверное, я не знаю. Вот, вот это тут хейтеры выливаются. Так, ребят, я пока тут на чат отвлекаюсь. Картон-то где? Картон где? Где картон? Миш, ты можешь там позвонить там, на остров Мэн, сказать, чтобы подкрутили немножко сюда вот? Юрий, спасибо за подписку. Иннер, ты в ЕКБ вообще не появляешься больше?
Макс интересуется. Вот. Инер переехал ближе к Сочи, живет в Краснодаре. В Краснодаре замечательный стадион. Там будут проходить матчи чемпионата мира, ребята. Собирайте деньги и приезжайте, посмотрите, как люди играют. Оля, тебе понравился слоу-ролл Урбановича? Очень, очень понравился. Просто жду каждый раз, когда меня будут так слоу-роллить. Так, ребят, мы в Улыне на минутку. Будем сейчас удваиваться с зелеными, валять 10. Валять 10 это нас. Так, что там, когда деньги? Так. Таймбанка не хватит, поэтому all in. Я не знаю, что я хочу, пола или паса. Я хочу удвоиться, но чтобы без напряга. Просто закрыла глаза, удвоилась и все четко. Не две, спасибо, что подписался. Ну, чувак, я же тебя удваивала. Я тебя удваивала, я тебя не выбила, и сейчас ты просто лезешь вот ко мне. Давай две двойки покажи. Снайпер, спасибо за подписку. О, просто туза не надо. Просто, ну только я умею поставить в два туза. Ну все, короче, закончилась эта фигня. Ну что-то там баунти мне наколпашили немножко. Так, так, это почему-то не закрывается. Камеру побольше сделать, но я, короче, не знаю, как это сделать. В общем, стрим будем закрывать. Так. Есть еще ко мне какие-то вопросы по существу? Уже испортили мангусте настроение или еще нет? Привет, Сван! Привет! Еще нет, она сильная. Мангустик осаждает сразу. Ну, хоть очки нормальные. Сван, одни селебрити в чате. Ребят, я на самом деле даже и раскатиться не хочется. Оля, а футбол я буду смотреть по телевизору. Если ты попадешь на стадион и будут показывать, Kiss Cam, пошли мне воздушный поцелуй. Я надеюсь, что для начала я туда попаду, как бы. На тот стадион. Так. Ну, если вы не видите стол, то хотя бы на козлика могу посмотреть. Козлик такой. Так, ребят, будем это закругляться. Надеюсь, вам понравился мой стрим. Очень. Будем еще встречаться. Советы настоящего Инера я приму к сведению, сделаю соответствующие выводы. Так, держится и держит. Тяжело покерным стримерам будет, походу. Не думаю. Сван не настоящий. У настоящего ник Сван. Михаил, вы шо? Лонготерапию приняли? Чешо. А, да, тут фейки сплошные. Инер рофлит. Чешо. Откуда пошло это чешо? Откуда мне вообще это? Откуда просто? Чешо. Лонга? Я не знаю, настоящий или не настоящий, но тоже был у меня вчера. Так. Black Swan. Может, Black Swan? Черный лебедь. Это новый рофл просто. Так. В Краснодаре не будет чемпионата мира. Как-то. В Краснодаре матчи чемпионата мира? Их не будет? Лолик-болик, спасибо, что подписался. Наверное, надо что-то вывести красивое, чтобы пока вы здесь не расходились. Ченчулвы, спасибо, что подписался. Так. Да. Блин, это вы, наверное, сейчас увидите эту папку, которую я буду открывать. А, нет, повезло. А то вы и мой TeamViewer видели, и мой Skype видели, и всякое, что у меня есть. Короче. Так. Так-так-так. Подождите, это убрать. Так, блин. Ладно, будет без картинок. Будет без картинок. Вот, короче, сейчас я вам покажу специально. Home Games. Блин, тут нет XO. Ну, в общем, Home Games. Клуб. Мой клуб. Номер. 213-51-27. Он называется Мангуста 92. Я посоветуюсь с Мишей. Он мне подскажет, какие проводить турниры. В общем, какие баунти выставлять там. Все такое. Пароль. Kill Snake. Одним словом. Kill Snake. Убить змею. Только вместо S в слове Snake пятерка. Вот. Kill Snake. Ну, в любом случае, в описании все есть. В общем.
Тут есть ссылки также на мой Инстаграм, на Фейсбук, ВК, Gypsy Team, мой блог и на YouTube. В общем. Ну, слонов услышали, козлик спел. Да, козлик спел, что еще? Собиралась толстовку разыграть, вы не проявили никакого желания получить толстовку от меня, вот. Так, Оля чудова мова і вимова українською. Розділяю вподобання творчості Ремарку. Дякую. Насправді мені дуже важко говорити українською мовою, тому що практично немає практики в мене. Так само, як і англійською. Якщо колись я там могла щось сказати розумне англійською мовою, то зараз лише nice hand, very nice hand, and that's it. Так, запускаю IRL, що грає. Все, больше ничего не играю. Барбит, спасибо за подписку. Так, можно ссылку на Анечку? Ну, вроде Анна Покер, все. Сван, врубай стрим. Миш, давай стрим. Давайте все стрим, бухло стрим. Давайте хоть какой-нибудь стрим. Хоть бери и столы открывай. Какой закругляться, какое место? Какое место? В покере важно в МТТ только первое место. Второе место – это до одного места. Так, давай дальше Хардстоун запускай. Хардстоун. Вот я бы открыла китайский покер, но покер-дом меня забанил. Вот. Они просто потеряли в моем лице топ-депозитора. Просто я бы депозитила только бы в этот китайский покер и все. Просто потому, что я люблю раскладывать пасьянсы. Так, это не настоящий, это подделка китайская. Вы про свана? Про лебедя? Так. Так. Спасибо за стрим. Спасибо вам, что пришли. В общем, приходите еще. Интеллигент, спасибо, что подписался. Когда следующий стрим будет, я не знаю, потому что на самом деле игра у меня хромает, когда я стримлю. Вот, ну и стрим лагает, когда я стримлю, и все лагает, и короче, и... Ну, в общем, инерта. Всегда, когда играет стрим, это... У меня так пока не получается. Вот, еще вопросы есть? Так, всякое, что у меня есть, видели? Так, всякое, что у меня есть, видели? Какой закругляться? А ведь где-то сейчас плачет. Никто не плачет. Я думаю, у нее все хорошо. Давай спейс по 400 крутить. Блин. Ну, вот вы, ну, умеете замазать просто. Давайте я, наверное, поменьше задержку поставлю. И будем играть спиной. Так. Так. Как это сделать? Так, задержка. Слот КК, спасибо за подписку. Так. Настройки. You successfully registered. То есть на Poker Stars боты не бесят. Чек. А здесь... Poker Dam. ПД вообще так себе. Ну, на вкус и цвет фломастеры разные. Так, скоро Мангус будет в скайпе со Сланом бухло-стрим устраивать.